Сегодня у нас речь пойдет не о питании, а, на мой взгляд, о более важных вещах. И именно о нынешней системе и как она влияет на человеческие ценности, на человеческое поведение и, в принципе, на все механизмы нашего взаимодействия. Я уже вскользь касался этой темы на предыдущих трансляциях, но сегодня хочу уделить ей больше внимания. А именно, как кредитно-денежная система порождает тотальный деструктив в нашем поведении. И хочу вам показать корень всех нынешних проблем на нашей планете. Итак, первое. Многие люди, которые находятся на более-менее адекватном питании, они осознают, что медицинская индустрия – это та еще шарашкина контора. И что они, по большому счету, людей не лечат, а просто пытаются вытянуть бабки. Там, я не знаю, раковые заболевания, любые аутоиммунные, там, не знаю, артрит, проблемы с поджелудочной, либо еще какие-то иные заболевания, та же катаракта, волчанка – там, я не знаю, гастрит, язвенный колит, катар, что там еще, любые сосудистые заболевания. Все это лечится адекватным питанием. Но при этом, придя к врачу, он обязательно пропишет вам либо таблеточки, либо на операцию. Я недавно начал читать книжку Майкла Грегора, это такой чувачок в очках, довольно популярный на Западе, такой веганский просветитель. Так вот, он там рассказывает про одно исследование 80-х годов, когда была война между Южной и Северной Кореей. Там вскрывали людей, скажем так, парней в возрасте 20-23 лет. И их сосуды были забиты где-то на 70-90% холестерином. Вы можете себе такую херню представить у 20-23-летних парней? И ведь были забиты конкретно именно, скажем так, большие артерии, по которым циркулирует основная масса крови. А что в таком случае происходит с капиллярами? Они ведь напрочь забиваются. И именно поэтому подавляющая часть людей, которые нас окружают, которые питаются традиционно, неимоверно такие тупые. И одна из основных причин – это вот как раз холестериновые бляшки. На этапе перехода я также там понаслушался всяких тупорылых блогеров и решил подъедать куриные желтки. Якобы там находится B12. Но позже выяснилось, что B12 там нет. Да, в большинстве куриных желтков, даже если они домашние. Он будет только там в том случае, если курица бегает на свободном выпасе и жрет насекомых. Если же она сидит в курятнике и поедает крупы, то никакого B12, ребят, там и в помине не будет. Так вот, когда я поедал вот эти сырые куриные желтки, ну то есть это было где-то примерно через 3-5 месяцев, когда я начал переходить на сыроедение. Любой из вас, кто переходит на более-менее чистый вид питания, когда отказывается от животных продуктов, вы подмечаете, насколько ваше мышление становится более качественным. Вы становитесь более сконцентрированным, мышление становится более легким, какие-то интересные идеи начинают в голову приходить. Но, то есть я этот контраст тоже почувствовал. Потом, когда начал подъедать куриные желтки, буквально через 2-3 недели я вернулся к тому, от чего и ушел. То есть постепенно снова становился тупее, голова была, ну, как в тумане. То есть ты ходишь, тебя никакие проблемы не беспокоят. Да? Вот опять же есть дауны, которые говорят, что люди на сыроедении, на фруктоедении становятся более агрессивными, более эмоциональными. На самом деле они просто становятся более разумными. Но поскольку на данный момент наш мир это полное говнище, да, скажем так, находясь в данных реалиях, ну, ты не можешь эмоционировать как-то иначе. Да, грубо говоря, допустим, если вас отправить в тюрьму, адекватной реакцией, особенно в тюрьму российскую, будет грусть, апатия и депрессия. Если вы же там будете радоваться, будете счастливым, это лишь является показателем, что вы конченый долбоеб. Да? Ведь, по сути, кто радуется в тюрьме? Вот такие вот тупорылые ауешники, для которых тюрьма – это романтика. Безусловно, им там будет кайфово. Если чувак там с подросткового возраста грабит магазины, там, не знаю, избивает кого-то и так далее, попав туда, да, познакомившись с каким-нибудь вором в законе, либо, ну, сама атмосфера, ему будет, скажем так, может быть, он и не будет счастлив, но он будет чувствовать себя комфортно. Человек же с иными ценностями, да, который, там, не знаю, развивается в каких-то научных отраслях, либо человек от искусства, ему будет хреново в тюрьме. Точно так же и происходит, когда вы достаточно разумны и при этом переходите на видовой тип питания. Ваш мозг просто начинает работать лучше.
И, собственно, окружающие реалии вы воспринимаете более качественно. Отсюда и берется вот это вот, скажем так, меланхолия. Именно поэтому все заводские рабочие, по крайней мере, подавляющая их часть, курит и бухает. Это способ убежать от реальности. Варенка способствует тому же. Так вот, по поводу медицинской индустрии. Безусловно, есть и, скажем так, полезные, положительные явления, которые она нам привносит. Например, та же хирургия. Если вы там сломаете ногу, она поможет ее восстановить. Либо какие-то иные, скажем так, травмы, связанные с каким-то физическим контактом. Да, это не какие-то не проявления заболевания, а именно, там, не знаю, попали в аварию, либо там кто-то вас избил и так далее. В таком случае это полезное явление. Но, наверное, 97% всех обращений, скажем так, к долбоебам в белых халатах завязаны на деструктивном питании. На, в принципе, деструктивном образе жизни. Да, это сидячий образ жизни, это грязная вода, это работа странно на каком-нибудь там промышленном производстве, где хреново куча химозы, да, и ты находишься постоянным воздействием какой-нибудь радиации. Либо генетические какие-то факторы. Если у тебя, допустим, родители побухивали чисто по праздникам, это уже повышает вероятность на то, что ты родишься дефективным. И это не значит, что у тебя будет какой-нибудь там церебральный паралич, либо еще какая-нибудь такая ярко выраженная хрень. Нет, у тебя просто может быть более дерьмовый синтез коллагенового волокна. Вы же замечали, что есть, допустим, девушки, которые жрут все подряд, но при этом они достаточно стройные, у них качественная кожа, у них густые волосы. Это мы и называем хорошей генетикой. А есть девушки, которые вроде бы более-менее правильно питаются, там, придерживаются здорового образа жизни, занимаются спортом, а все равно волосы более редкие, кожа более дряблая, жирок достаточно интенсивно набирают и так далее. Потому что генетика – это основополагающий фактор. И она как раз-таки зависит от таких явлений, как, если ваши родители не бухали, не курили, не пожирали всякую химозную срань, то, естественно, потомство будет качественное. Да, это как бы априори. Допустим, многие из вас могли заметить, если вы там в интернете вобьете амфетамин до-после, героин до-после, и посмотрите на фотографии этих людей. То есть, выглядеть они будут, скажем так, через промежуток употребления амфетамина достаточно отвратительно. Алкоголь оказывает точно такой же эффект. Вбиваете алкоголь до-после, все прожженные алкаши выглядят отвратительно. Почему? Потому что крайне сильно нарушается синтез коллагенового волокна и прочие биохимические процессы. Это бьет по гормоналке, это бьет по мозгам. Да, все алкаши, они чертовски такие тупые. Кстати, это еще один, да, из аспектов капиталистической системы. То есть сейчас на всех полках, в любом магазине, можно найти один из самых страшнейших ядов на этой планете, который вызывает генетические дефекты. Я думаю, никто из вас не будет сомневаться, что если какая-нибудь прожженная алкашка заделает ребенка, то с большей долей вероятности родится уродец. Родится какой-нибудь даун, там, аутист и так далее. То есть чувака с большей долей вероятности будут проблемы. И когда вы, допустим, пьете по чуть-чуть, чисто по праздникам, это способствует тому же. Просто вероятность ниже. Вот сегодня у нас в чате заходил разговор, допустим, про рак, да, про то, что даже в дикой природе у животных он встречается. Да, такое может быть, но просто вероятность этого крайне низка, потому что в природе есть такое явление, как мутации. Эволюция – это не всегда про эффективность, не всегда про что-то положительное. Иногда она делает отклонение и в деструктивную сторону. Да, животное может стать, наоборот, более уязвимым, более медленным для хищников и так далее. То есть это не про эффективность. Вот те же, допустим, рога, особенно у баранов, они очень часто из-за того, что растут на протяжении всей жизни, впиваются им прямо в бошку. У них здесь такой закрученный рогалик, и со временем он им втыкается в висок, напрочь их убивая. И такое явление достаточно распространенное. Это и у прочих, скажем так, рогатых животных происходит. Поэтому в природе, да, у животных может встретиться рак. Но это чертовски редкое явление. И деструктивное питание, вероятность этого, повышает. И люди, которые читали Колина Кэмпбелла, да, там китайское исследование, как бы это понимают. Понимают, что вероятность рака достаточно высока. И более того, люди, которые просто тусуются, скажем так, на среднем пространстве, смотрят всяких блогеров и так далее, они подмечают, что на голодании, на адекватном питании раковые опухоли начинают уменьшаться, и люди, скажем так, выздоравливают. Хотя традиционная медицина нам говорит, что это, ну, такая херня, да, от которой вылечиться достаточно проблематично. Нужно использовать обязательно химию, еще какую-нибудь там ерундистику. Во-первых, дорогую, а во-вторых, которая нанесет ущерб твоему здоровью. То есть сейчас медицинская индустрия, они руководствуются не эффективной, не максимальной безопасностью, а, скажем так, теми методами, которые, с одной стороны, от одного спасают,
а другое калечит. Посмотрите, я не знаю, побочные эффекты любого лекарства, которое вы купите в аптеке. Особенно это что-то, ну, понятное дело, не какая-нибудь аскорбиновая кислота, а что-то более такое серьезное. И там обязательно будут побочные эффекты. Тошнота, головные боли, не знаю, какие-нибудь высыпания на коже, проблемы со зрением, проблемы с дыханием, повышение температуры и так далее. Те же прививки. Да, я недавно скидывал в свой телеграм-канал видосик о том, что в США, да, очень много, скажем так, людей, детей начинает страдать аутизмом после прививок. И это не просто, да, какие-то прецеденты. Это уже закономерность. То есть, статистика там, ну, достаточно обширная. Опять же, почему это происходит? Наша система, она завязана на, скажем так, на вот этой вот целлюлозной бумаге. И это продуцирует такую модель поведения у человека, где ему становится насрать на всех окружающих. Ну, так происходит у большинства. Потому что единственный приоритет – это заработать как можно больше бабла. И именно поэтому все исследования на тему здоровья не объективны. Потому что всегда руководствуются только прибылью. Да, вот было исследование на тему тех же яиц. Якобы от поедания яиц холестерин не повышается. Во-первых, я уже объяснил, что когда я их принимал, я стал тупее. Во-вторых, исследования спонсировались как раз-таки теми, ну, вот этими вот корпорациями, которые, собственно, производством яиц и занимаются. И с молочной индустрией происходит то же самое. С табачной, с алкоголем и с прочей всякой херней. Мы живем в обществе тотального лицемерия из-за кредитно-денежной системы. И вот пока она будет, ну, ни хрена хорошего на этой планете не произойдет. Допустим, те же веганы, которые борются за права животных, вы должны понимать, что первопричина этой проблемы не пидорасы, да, которые владеют этими скотобойнями. По сути, это обычные предприниматели, которые хотят получить прибыль. Проблема заключается в системе, где рука руку моет, и медицинская индустрия всем рассказывает о том, что мясо полезно, да, там белок, незаменимые аминокислоты и так далее. Хотя, опять же, каждый из вас знает, что есть люди, которые питаются только фруктами. Либо сыроеды на безбелковом питании, которые едят только зелень, фрукты, пьют соки. И при этом они не умирают, они на таком питании находятся годами. Нам же говорят, что обязательно ежедневно надо поедать белок, да и еще тем более животные. Нам также рассказывают о пользе молока, что там кальций и прочая ерундистика. Если там так дохера кальция, почему все люди, традиционно питающиеся, у которых, ну, они всегда, каждый день, ну вот все мои знакомые, мои родители, когда были, ну, по крайней мере, отчим, да, постоянно покупают пакетированное молоко. И при этом у всех остеопороз, у всех кариес, у всех проблемы с ногтями и прочая ерундистика, да, которая, скажем так, связана с дефицитом кальция, с дефицитом фосфора. Ну и где вот эта всеобъемлющая польза от молочных продуктов? В тот момент, когда дикие животные молочку не употребляют вовсе, и при этом имеют, скажем так, максимально качественный генофонд, максимально качественную производительность. И этот пиздеж, он повсеместный. Про ту же соль. Вам говорят, что соль обязательно нужна, без нее будет переизбыток калия, вы поэтому весь там обезвожитесь, и будет там кислородное голодание и прочая всякая херня. При том условии, что ни одна обезьяна соль в дикой природе не ест. Почему я привожу в пример обезьян? Потому что они самые близкие, да, к нам по строению. И так можно назвать любого животного. Слоны, олени, львы. Никто хлорид натрия неорганически не хавает. Нам же говорят, что обязательно каждый день, много, конечно же, нельзя, но по чуть-чуть это, наоборот, полезно. И та же самая хрень с алкоголем. Да, потому что, ну, все же говорят, что, типа, вот, винишко полезно, итальянцы живут долго, потому что пьют винишко. И это вот, знаете, такая вот хрень, когда ты не понимаешь, а вопреки или во благо это происходит. Это из разряда, допустим, когда кто-то говорит, вот у меня бабуля курила и бухала и прожила там сотню лет. Так это вопреки произошло? Или действительно она прожила так долго, потому что курила? Ну, согласитесь, это бредово. Это примерно из разряда, как вот, допустим, сказать, ну вот многие знают, что профессиональные спортсмены с возрастом начинают испытывать проблемы со здоровьем. Там тот же Мухаммед Али, потому что у него там проблемы с мозгом, вот эта постоянная трясучка, я наверняка не помню, как это называется. Короче, неважно.
В общем, вот эта трясучка, у большинства проблемы с суставами, либо еще какая-нибудь херня. Потому что спорт на износ — это далеко не про здоровье. Потому что, ну, так или иначе, да, любая травма, она сказывается. У меня вот эта переломанная кость, несмотря на то, что я довольно быстро регенерируюсь, она меня продолжает беспокоить. Несмотря на то, что времени прошло хреново куча. И, скорее всего, это будет на протяжении всей жизни. Потому что есть определенный дефект, какие-то деформированные сосуды. У меня рука это постоянно немеет теперь. То есть она у меня намного холоднее, чем левая. И, на мой взгляд, такая херня, ну, будет теперь на всю жизнь. Ну, то есть я к чему веду? Что вся вот эта медицинская индустрия – это полное порождение лицемерия. Но, опять же, этих людей обвинять бессмысленно. Потому что какая система, скажем так, тот продукт и получается. Элементарный пример. Допустим, животные. Я думаю, многие из вас знают, что в Техасе домашних тигров сейчас больше, чем вообще во всей дикой природе на всей планете. Только в одном штате Техас. То есть эти тигры за место собак, за место кошек. И есть люди, которые говорят, что типа это опасно, что эти тигры могут напасть на людей и так далее. И действительно претенденты бывают. Но прикол в том, что подобное же случается и с домашними песиками. Они также бывают нападают на своих хозяев. Это не связано, то есть, скажем, с тем, что то животное дикое, а это якобы давно одомашнено. Если вы взяли маленького тигренка, заботитесь о нем, кормите, то, по сути, опасаться нечего. Это будет настолько же безопасно, как если у вас, допустим, большой, я не знаю, какие там большие породы, мастиф какой-нибудь, либо овчарка большая, либо какой-нибудь боксер. То есть модель поведения его будет соответствующая при определенной среде, если он будет жить в изобилии, хавки и любви. И, соответственно, вырастет добрейший тигренок, да, ничем не отличимый от собаки. Точно то же самое и по отношению к собаке. Если же, допустим, ее бить током, морить голодом, пиздить, то получится агрессивная собака. Ведь, допустим, бойцовских собак так и натаскивают. Их постоянно избивают, их морят голодом, их держат на цепи, избивают током. И получают агрессивную шавку, на которой, собственно, потом можно заработать. Так вот, человек, он ничем не отличается от этих животных. Каково было его прошлое, то настоящее, в котором он находится сейчас, продуцирует его ценности, продуцирует его реакции и модель поведения в целом. И именно поэтому многие врачи, которые даже вот где-то сомневаются, да, где-то натыкаются на информацию. Первое, во-первых, они не могут себе признать, что они ошибались, потому что у них пиздецки раздуто через свои же захренового образования, что также является следствием капиталистической системы. Плюс некоторые понимают, что они зарабатывают. Я помню, когда ходил, ну, еще болел, да, в подростковом возрасте ходил по врачам, мне постоянно выписывали какие-то определенные таблетки и намекали, что надо брать именно эти. То есть определенную какую-то фирму витаминов. Я задал вопросик, почему именно эти, могу ли взять какие-то другие? Она говорит, нет, нужны именно эти, потому что они самые хорошие. Потом я погуглил в интернете, и у врачей есть такая система, когда к ним также приходит торговый представитель с этих аптек, и, скажем так, рекомендует им, чтобы они рекомендовали своим пациентам ту продукцию, которую он и продает. Соответственно, им потом, я не знаю, как именно это работает, либо им дают бабки сразу, либо ежемесячно какую-то фиксированную сумму, либо какой-то процент от близ, скажем так, находящихся аптек. В зависимости от того, да, если этот товар будут покупать, ну, то есть так или иначе, в кредитно-денежной системе, когда ты приходишь лечиться к человеку, который может заработать только при том условии, если ты больной. Но согласитесь, это безумие. И на этом все построено. И именно поэтому мне вот вроде сделали операцию, мне пиздец, как все здоровье ушатали. Даже если вы просто загуглите, ребят, вам традиционно питающиеся люди скажут, что полный наркоз – это чертовски вредно. Это бьет по всем фронтам. И если углубиться в эту тему, да, изучить ее подробно, то одна, скажем так, из основных причин, почему полный наркоз вреден? Потому что, ну, по крайней мере, в том наркозе, который используют на постсовке, содержится оксид азота, который в больших количествах, скажем так, разъедает молекулу кобальта. А это одна из основных, один из основных элементов B12. И, соответственно, после этой операции, мало того, что вся микрофлора умирает от наркоза. Да, моя последняя операция была без антибиотиков. Но при этом микрофлору мне всю убили. Когда я ел фрукты, они выходили в том же виде. Потому что перевариванием занимается не ваш желудок. Вот опять же, многие люди ошибаются. Они думают, что желудок, ну, скажем так, несет в себе функцию переваривания. Нет. По большому счету, это просто обеззараживающий элемент.
чтобы там с каких-то пагубных бактерий подубить. Но именно процесс пищеварения завязан на микрофлоре. И когда ее нет, то вы ничего не извлечете из продукта. Вы съедаете апельсин, и он выходит в том же виде, как если бы его просто пожевали и выплюнули. Он насквозь проходит через вас. Безусловно, да, и жидкая составляющая может и всосется. А основа, где, впрочем-то, и содержатся все минералы, витамины и прочее, вы никакой пользы не получите. Так вот, я о чем говорю? Что вроде бы помогли, да, скажем так, вытащили эту пластину, сперва поставили, хотя не следовало этого делать. Я уже рассказывал на прошлой трансляции, ну и сейчас еще раз повторюсь. Я прям помню вот эти поросячьи глазенки вот этого ебучего хирурга, который в Таиланде поставил мне эту пластину. Как, и на тот момент я еще глубоко не изучал этот вопрос, там не до этого было. То есть, как бы, естественно, я понадеялся на их компетентность, на их, скажем так, честность. Когда приехал в СНГ, наш хирург, который не настолько коммерциализирован, там операция обошлась $7000. У нас, когда я вытаскивал пластину, она обошлась 300. Даже если бы я с пластиной ставил, ну, пускай было бы 600, ну, 1000 максимум. Так вот, он говорит, что пластину ни в коем случае ставить нельзя, это вообще бессмысленно. Это имеет место быть только в военных условиях, когда, допустим, солдат травмировался, и это пушечное мясо снова надо отправить на войну прямо сразу же. Да, допустим, через 5 дней, через неделю, чтобы он снова мог уже автомат в руках держать. Тогда есть смысл поставить эту железяку и закрепить кость. Но с точки зрения эффективности, с точки зрения здоровья, при переломе ключицы, никакого смысла в железяке нету. Более того, даже гипс не нужен. Потому что здесь, скажем так, возможность динамично кости двигаться, она очень низкая. И достаточно просто было кость поставить на место и зашить. Все. Ну и повесить такой эластичный бандаж, да, вот, ну, эту хрень, которая болтается, и стараться рукой не шевелить. Все. Не нужна эта пластина, как выяснилось. Сейчас из-за нее кость деформирована, плюс там куча дырок в ней было, то есть, там, не знаю, наверное, 5 шурупов нафигачили, причем сказали, что это на всю жизнь. Убирать нельзя. В итоге я убрал, и как бы все нормально. То есть я к чему веду? Почему они мне эту херню поставили? Опять же, потому что капитализм. Потому что каждый хирург, который вот эту херню рекомендовал, он бы получил процент. С этой пластины, и с самой операции, и с антибиотиков. Да, опять же, когда мне поставили пластину, мне, естественно, прописали антибиотики. Когда я делал в Казахстане уже операцию, вытаскивал эту пластину, я отказался от антибиотиков. Никаких проблем. Вообще ничего. Хотя мне там так зашугали, что будет остеомиелит, еще какая-то там херня, будет заражение крови и так далее. И, возможно, у людей, традиционно питающихся, да, действительно этот риск присутствует, потому что у них не организм, а помойка. И логично предположить, да, что иммунитет человека, поддерживающегося здорового образа жизни, и человека, который, допустим, бухает и курит, ну, это небо и земля, также и с питанием. Если человек жрет всякую гастрономическую парашу, пирожные, конфеты, там, я не знаю, я вот не устану повторять, что если вы где-то живете в деревне, вы какой-нибудь охотник, дикое мясо чистое, какая-нибудь молочка там из-под коровы, из-под козы, это на порядок менее вредное, чем какая-нибудь ебучая, там, я не знаю, кукуруза консервированная, либо зеленый горошек, либо фасоль. Мало того, что сами эти продукты содержат в себе хреновую кучу лектинов. Ну, ладно, какая-то часть разрушается при термической обработке. Но, помимо этого, там хреновая куча фитиновой кислоты, которая абсолютно выключает возможность всасывания микроэлементов. И помимо этого, там хреново куча химозы, соль, глютамат натрия, всякие ешки, которые являются консервантами, которые убивают бактерии. Все, что убивает бактерий, убивает и вас. Поэтому люди, да, которые те же веганы, начинают там ходить по веганским ресторанам, жрут всякие термообработанные, пожаренные на масле, всякую эту срань. Но это вообще не про здоровье. Всякие там нут, фалафель с этой липкой лепешкой, это просто тесто, это клей, это пластилин. Ну, типа, это большая проблема, это не про здоровье ни хрена. Который напрочь лишён микроэлементов органических, витаминов и так далее. Это просто мусор. И, безусловно, пока ты подросток, твой организм, скажем так, в состоянии с этим справляться. Но чем старше, тем быстрее ты начинаешь хереть. Я думаю, многие из вас замечали, да, особенно, ну, и парни, и девушки, вероятнее всего, обращали внимание. Когда приходишь в гости к своей симпатичной девушке и смотришь, допустим, фотографии ее матери, в возрасте где-то там от 18 до 25 лет, она выглядела довольно сносно.
потом бам, щелчок, и поперло. А облысение становится жердяйкой и так далее. Почему? Потому что печень имеет определенный ресурс. И на начальном этапе она в состоянии справляться со всеми этими токсинами. С солью, с химозой, с жирами вот этими животными, с кетонами белка. Но впоследствии ваша лимфа забивается. Печень также забивается говном. Все эти каналы, все эти там камни, с почками также начинаются проблемы. И в итоге весь этот мусор начинает накапливаться. Так вот, в чем вообще основная проблема всей вот этой шарашкиной конторы в виде медицинской индустрии? Это кредитно-денежная система. Пока она есть, все исследования будут фальсифицированы только в пользу крупного бизнеса. Потому что сейчас крупный бизнес в виде скотобоин кормит людей говном. И это на руку всей медицинской индустрии. Потому что люди пьют молочку, жрут мясо, поедают всякую гастрономическую срань в виде сладостей, там и макарон. Да, что такое макарон? Это просто крахмал. Переработанный на хреновую кучу раз. Лишённый напрочь вообще всех каких-либо полезных нутриентов. Это просто, ну, сахар. Вот и все. Да, энергию вы из этого получите. В условиях тотального голода как бы имеет место быть. Это съесть. Но с точки зрения здоровья это... Ну, это вообще бредятина полнейшая. Но медицинская индустрия... Да, она об этом говорит. Но это, знаете, вот как с алкоголем. Нам же тоже говорят, что типа, ну да, алкоголь вреден. Вот только он во всех магазинах продается. И при этом там еще висит значок 18+. Что, естественно, с психологической точки зрения на молодежь влияет так, как то, что этот продукт предназначен для взрослых. И логично предположить, что если они его употребляют, то они, скажем так, ну, типа прикоснутся к этой взрослой жизни. И на самом деле вот эта вот хрень 18+, это как эдемовое яблоко, как запретный плод, который, наоборот, стимулирует детей начать бухать. Я сам этот помню, этот образ мышления. Когда был подростком, я побухивал, я и покуривал, и ощущался дохуя взрослым. И поэтому, когда нам говорят что-то вредно, но при этом тыкают этим в лицо, ну это так не работает, ребят. Это, знаете, из разряда, как, допустим, говорить, что национализм это плохо, но при этом каждый день по телеку педалировать тематику, там, не знаю, какой-нибудь той же евгеники. Либо еще какой-нибудь херни на тему того, что там, одна раса, она умнее другой. Но при этом национализм это плохо. А алкоголь он везде, во всех фильмах идет реклама. Просто даже между фильмами это есть в рекламе. Везде баннеры. Безусловно, там типа написано безалкогольно. Ну, это же бред, ребят. Понятное дело, кому нахер нужен безалкогольный алкоголь? Это невкусно. Бухают только ради эффекта. Я не знаю ни одного долбоеба, который пил бы безалкогольное пиво. Ну, то есть, то же самое с сигаретами. Это безумно вредно. И мало того, что это и отупляет. Алкоголь это вообще, господи, столько говна порождает. Вот опять же, у нас идет негатив на марихуану, на псилоцибиновые грибочки. Я еще ни разу не встречал людей, которые бы употребляли вот эти вот легкие, в кавычках, наркотики, и они бы были, скажем так, опасны для общества. Потому что человек под грибами, он, как правило, ну, он не дебоширит. Обычно это разговор с самим собой, да, ты наоборот замыкаешься, ты не хочешь ни с кем пока контактировать. То же самое касается марихуаны. Но алкоголь – это убийство, это когда на машине кто-то едет, сбивает другого человека. Это изнасилование, и это грабежи и прочая всякая херня. Но при этом это повсеместно, это везде продается. Основная причина этого – кредитно-денежная система. Пока на этом можно заработать, это будет. И никак ты это не заглушишь, не подавишь. Потому что вводишь сухой закон, алкоголь переходит, скажем так, в теневую сторону. Криминал начинает этим заниматься. Политик какой-нибудь захочет это убрать, ну, ему либо на лапу дадут до хера бабла, либо убьют, либо еще что-то. То есть корень любой проблемы, вот какую ни возьми, скотобойни, пиздеж от медицинской индустрии, продажа легальных наркотиков, там, я не знаю, пропаганда тупости, отвратительное образование в школе. Вот возьмите вот самого тупого человека, которого вы знаете. Какого-нибудь там, ну, конченого шизотерика, там, кришнаита, либо ватника, который там любит Путлера, либо Лукашенко. Знаете, он учился в школе. Учился 11 лет. А, скорее всего, потом еще и в институте. Более того, зачастую такие люди являются либо хорошистами, либо отличниками. И вот задайте теперь себе вопрос. А нахрена вообще своих детей отдавать в эту шарашкину контору? Чтобы они стали такими же долбоебами? И вот как раз-таки люди разумные, которые проходят через школу,
через универ, да, не дай бог, которого не существует, то они, если становятся разумными, то только вопреки, а не благодаря этому инфомусору. Но кредитно-денежной системе вот этот вот биомусор, он выгоден. И поэтому никогда ни в одной стране мира не будет качественного образования, где вам рассказывают о базах действительно хорошего здоровья. Да, вам там не рассказывают о питании в школе. Вам не рассказывают о системных о семейных ценностях. Вам не рассказывают о том, как эффективно коммуницировать с людьми. Вам не рассказывают о бихевиоризме, что формирует человеческое поведение. Там нет уроков психологии в школе. Вам не рассказывают, там, я не знаю, о каких-то политических реалиях. По сути, любая страна, единственное, чем она занимается, это идеологизацией. Она делает из ребенка ватника, патриота, просто пушечное мясо, которое будет любить страну не за что-то, да, и, там, не за то, что о них заботятся, не за свободу слова, а вот ну, просто по факту, просто так. Их пичкают историей этой страны. И, как правило, да, вот, допустим, в том же Казахстане меня капец бесило. У нас была история всемирная, где мы очень быстро пробегали по всем странам, по самым действительно великим, качественным странам, которые интересно было бы изучать, Римскую республику, там, я не знаю, Карфаген, либо какие-то еще иные, скажем так, хорошие цивилизации, да, интересные, ту же Францию времен Наполеона. Мы это пробегали за несколько дней. Но самую конченую, уебанскую, ну, может быть, не самую, но одну из самых конченных стран на этой планете, ебучий Казахстан, мы изучали очень глубоко и каждый день. И стоит вопрос, нахрена? Вот, допустим, когда вы читаете книгу какого-то человека, вам интересна литература, ну, человека, скажем так, какого-то выдающегося. Вам интересно читать про Эйнштейна, про Наполеона. Вы не читаете про какого-нибудь ебучего французского бомжа, который жил во времена Наполеона. Или обычной крестьянки, которая там с утра до вечера торчала на поле. Вы же не читаете книгу о ее биографии. Но нам 11 лет пичкали историю ебучего Казахстана. То же самое происходит в Индонезии, в Монголии, в Индии. Да, хотя, ну, Индия, она относительно богата, да, на свою историю. Но я не знаю, какая-нибудь там, господи, та же Австралия, там какие-нибудь примитивные европейские страны, которые особо-то ни хрена и не делали. Та же Германия. Да, они долгое время были просто варварами, геттами. Что там изучать? Ну, я уверен, в Германии их пичкают также этим говном с самого детства, чтобы идеологизировать, чтобы ребенок был вот, ну, патриотом своей тупорылой страны. Отсюда и возникает разница менталитета. Потому что каждая страна прошивает человека ну, под ту систему ценностей, под ту систему взглядов, которая выгодна правительству. И не существует на этой планете априори тупых людей. Отсталых, либо еще каких-то там, да, дефективных. Я также на прошлой трансляции по проекту Венера подробно все это объяснял. Что негритосы из Африки, которые там моются коровьей мочой, убивают друг друга, грабят, ну просто являются конченным биомусором, перебравшись в США, получив качественное образование, выросшие, скажем так, в хорошем районе, становятся учеными, учителями, врачами и так далее, телеведущими. Те же самые черножопые, которые в Африке бегают с голой жопой, которые убивают там всех. Абсолютно тот же человек, просто выросший в другой среде, и так касаемо любой нации на этой планете. Вот вы думаете, допустим, на улице видите какого-нибудь таджика, который там подметает на улице? Вам кажется, что он тупой? Нет. Его интеллектуальные способности ничем от ваших не отличаются. Он просто жертва своей уебанской среды, в которой ему довелось родиться. И вот эти принципы никто... И вот опять же, да, чтобы мои слова не были голословными, я приведу пару примеров. Немцы – одна из самых охуенных наций на этой планете. Сейчас это, можно сказать, единственная страна, которая сейчас выступает против вот этого коронавирусного диктата. Они выходят там бунтовать и так далее. Но 70 лет назад они были конченным биомусором. Они были фашистами и нацистами. Они убивали людей. Они держали евреев. Просто они держали людей за то, что в их паспорте написано «еврей» в концлагерях. Сжигали их заживо, морили их голодом. И детей, и женщин. Прошло 70 лет. Сейчас одна из самых охуенных наций. Самых толерантных. Самых отзывчивых. Добрых. Я уверен, любой бы из вас предпочел бы жить в немецком обществе, ну, я имею в виду сейчас, в нынешние годы, нежели в российском, нежели в белорусском, либо казахстанском. Хотя белорусы сейчас, конечно, молодцы, они эволюционируют.
Буквально за последнюю неделю они, блин, скакнули в эволюции, наверное, лет на 50 вперед. То же самое касается северных и южных корейцев. Это один и тот же генофонд. Это одна и та же нация. Но северные корейцы — это конченые биомусы. Да, я не хочу сейчас подробно в это вдаваться. Посмотрите любую документалку про Северную Корею. И южные корейцы. Да, Samsung, LG, хреново куча компаний, которые занимаются робототехникой. Hyundai или Honda, какая-то из этих компаний, тоже является корейской. То есть, ну, все инновации, да, большинство из них идут оттуда. И корейцы, по большому счету, ну, они достаточно разумные. Разница лишь в среде, в информационном поле, в качестве образования и в изобилии, либо в дефиците ресурсов. И чем, скажем так, страна беднее, тем человек будет тупее, это раз, а второй он будет агрессивнее. Вот и все. Но нам в школах этого не объясняют, потому что это, опять же, невыгодно. Ведь получается так, что, ну, это очень сильно дискредитирует многие явления на этой планете. Получается так, что не существует плохих мусульман. Есть лишь люди, которые родились в соответствующем информационном фоне. Если бы вы родились в семье игиловца, я вас уверяю, вы бы сейчас точно так же людям отрезали бошки. Потому что, первое, вас идеологизируют родители, вас идеологизирует в принципе вся среда. Да, там те же дети, с которыми вы играете на улице. И плюс у вас нет доступа к интернету. А даже если он и есть... Если на первых порах, скажем так, взросления вас напитали говном, очень тяжело себя потом перепрошить. Выйти за рамки своей среды, ну, это безумно сложно. Это надо так, ну, такое количество информации поглотить, чтобы себя изменить, что мама, не горюй. Но благодаря в школе людям очень тяжело теперь обучаться. Опять же, вот, все, кто прошли школу и универ, вот любой из вас, вот на секунду задайте вопрос, за последний месяц сколько книг вы прочли? Я штук 6. И я этим не кичусь. Просто мне это нравится. Я веду к тому, что люди, прошедшие через школу, когда их пичкают вот этим информационным мусором с утра до вечера, ты до обеда торчишь в школе, из тебя все энергии, все соки высасывают. Потому что, когда ты получаешь информацию, которая тебе не интересна, это до безумия тебя обременяет. Это высасывает всю энергию. Элементарный пример, допустим, мне чертовски интересно читать, ну, что-то на тему анатомии, что-то на тему истории, что-то на тему политики, что-то на тему технологии, на тему психологии. Но теперь дайте мне какую-нибудь, не знаю, книгу по IT-тематике, по программированию. Я не смогу это говно читать. 10 страниц мне хватит, чтобы, ну, просто, блин, расстроиться, потерять всю энергию и так далее. И когда школа пичкает вот этим информационным мусором, она... не позволяет, скажем так, раскрыться вашему потенциалу. У вас не остается ни энергии, ни энтузиазма на самообразование, на познание того, что действительно вам интересно. И по итогу вы выходите абсолютно пустым. Вы являетесь тем долбоебом, который ведется там, ну, на то же пожирание миска с молоком, на модную индустрию. Потому что человек, который покупает себе какую-нибудь там сумочку от Louis Vuitton, независимо от того, сколько у него бабла, это конченый дегенерат. Либо человек, который, допустим, приезжает в новую страну и начинает скупать всякие сувенирчики. Да, ходит по рынку, покупает себе всякую ненужную срань. И вот такой биомусор, он выгоден капиталистической системе. Чем больше человек потребляет, тем он выгодней. Но чем человек умнее, тем меньше потребность во всей вот этой блестящей херне. Во всей этой атрибутике, во всем этом шматье, в каких-то сувенирах, блядь, в какой-то косметике. У меня ВКонтакте есть фотография, замечательно экранизирует. Идет такая тупая пизда с клуба на больших каблуках, в короткой юбке, с такими большими пышными волосами белыми. И тут она натыкается на книгу, поднимает ее, читает, и дальше идет ее эволюция. Она начинает выглядеть все более, скажем так, ну, у нее меньше потребность пытаться кому-то понравиться. И последняя, скажем так, картинка уже этой эволюционирующей девушки, она просто в кедах, в джинсах, в какой-то кофте, волосы у нее просто там завязаны в бантик, или как-то, хвостик сделан. Все. И в большинстве своем это так и есть. Вот, допустим, правительство в Казахстане, в России, в Украине, в Белоруссии в той же, это все конченый биомусор. И эти люди, у них дорогущие машины, огромные роскошные виллы, причем по хреновой куче штук. Европейские же
люди. Безусловно, они не идеальные. Но качество образования и те ценности, которые в них вкладывают, на порядок более качественны. Если кто-то не знал, в Европе входит в школьную программу, чтобы ребенок посетил детский дом и побывал в хосписе. И вот такие вот, скажем так, переменные в их среде формируют определенные ценности. Именно поэтому европейцы такие отзывчивые, такие заботливые, такие приветливые. У меня был опыт, когда я прилетел в Румынию, там не мог попасть в свою съемную квартиру, потому что не было интернета. Мне там помог и работник кафе, и потом тетка, которая в этом кафе сидела. Более того, потом под конец, да, всех вот этих действий, она подошла ко мне и спросила, решил ли я свою проблему. То есть ей было не плевать. Ну и я решил, конечно, благодаря тому, что мне дали интернет, я списался с арендодателем, и как бы все было нормально. Вот такие дела. Да, есть также социальный эксперимент, он очень старый, у того же Рака Макафо, где показывают, как в Америке Николай Соболев падал, делал вид, якобы у него там что-то болит, и к нему все америкосы подбегали. И вот этот Гурам падал в России, всем было на него насрать, он лежит на площади, его все просто обходят. Говорит ли это о том, что русские плохие? Нет, это просто соответствующий продукт. Точно такой же продукт, как нельзя сказать про собаку, что она плохая, если ее морить голодом, пиздить током и, в принципе, избивать. Посмотрите, на Ютубе хреново куча видосов, где берут какую-нибудь собаку, тощую, озлобленную, покоцанную, а затем ее начинают кормить, отдают в какой-то приют, начинают за ней ухаживать, отдают в хорошую семью, и ее модель поведения меняется. И сейчас вот русским и всем другим на постсовке вот такая вот скотская, эгоистичная модель поведения является следствием того, что они живут в нищете. А дефицит, он всегда продуцирует злобные эмоции, зависть, негодование, депрессию. Когда ты идешь по улице, и ты понимаешь, ну, у тебя нет денег платить за кредит, у тебя нет денег, там, не знаю, одеть своих детей, у тебя нет денег, ну ты понимаешь, что ты не живешь, ты просто существуешь, и там, не знаю, еще пару десятков лет ты просто сдохнешь. У такого человека, конечно же, не будет ни мотивации, ни потребности помочь, да, тому, кто там упал на улице. Да ему насрать, у него своих проблем выше крыши. Но поскольку те же европейцы и америкосы живут в изобилии ресурсов, да, там, ну, я вот не раз уже этот пример приводил, допустим, в Нью-Йорке средняя зарплата... Если ты работаешь в Макдональдсе, это 2500 долларов. Если ты студент, который живет с родителями, то бишь за их счет, ты на общественном транспорте, они тебе бабки дают карманные, на еду дают карманные, на одежду. И все, что ты зарабатываешь, ты забираешь себе, ты уже за... Сколько это получается? За 1,5 недели сможешь купить себе iPhone последний, не в кредит. За 1,5 недели работы ебучим официантом в Макдональдсе. В России же, я не знаю, сколько, несколько месяцев придется пахать, чтобы позволить, я не знаю, просто какая зарплата в Макдональдсе, 1020-25, сколько это получается? Где-то 3 месяца придется пахать, ну то есть разница колоссальная. Я уже не говорю про регионы. Вот вам и продуцируется менталитет, но это только как одна из составляющих, да, изобилия, либо дефицит, скажем так, твоих возможностей, твоя покупательская способность. Потому что чем ты богаче, тем ты спокойней. Представьте на секунду, что я не знаю, ну вот у вас там мать от рака сейчас умирает. Вам там надо до хера бабла. С большей долей вероятности вы украдете, обманете где-то, так или иначе постараетесь поступить подло, но опять же не потому, что вы плохой, а просто потому, что ну, вас вынуждает среда. Я уже не раз говорил, что какой бы человек хороший и благостный бы не был, да, какой-нибудь там священник действительно с прогрессивными ценностями, если он увидит, как его дети умирают с голоду, он пойдет и украдет. А может быть даже и убьет, если ему помешают это сделать. И, по сути, любой заключенный на нашей планете, который сейчас находится в тюрьме, это неплохой человек. Это жертва нынешней системы. И если человек кого-то убивает, грабит и так далее, виноват не он, а пидорасы у власти, которые, собственно, ну, которым капитализм выгоден. Они как бы до верхушки добрались, и им на все насрать. Они живут припеваючи, а, скажем так, что там происходит с их стадом, им не так важно. И в Европе то же самое происходит. Да, там лучше, все имеет свои градации, но с точки зрения того, как могло бы быть, там достаточно дерьмовенько. Та же Дания ввела обязательную вакцинацию на законодательном уровне. И если, допустим, на постсовке ты еще можешь как-то откупиться, да, у нас взятку, допустим, несложно дать,
Там это уже проблема. Там-то, скажем так, ну, взятки не особо распространены. И поэтому тебе либо ставят эту херню, либо придется судиться. И, в общем, хрен его знает, как там будут люди действовать, да, которые выступают против прививок. То есть, опять же, корень всех проблем – кредитно-денежная система. То есть, пока есть деньги, вот, блядь, не знаю, в любую область. Дерьмовое питание. Да, сейчас производителю очень... Даже если мы возьмем традиционное питание, производителю насрать на ваше здоровье. Самое главное – это как можно быстрее произвести товар, а для этого надо фрукты химичить, скотину колоть всякой херней. Чтобы... скажем так, товар долго не портился, его также всякой токсичной херней нахимичивают. Тару используют, самую дешевую. Да, зачем им продукт засовывать в стекло, когда можно в пластик? А там бисфенол А. Эта херня, как даже официальная медицина признает, что это ведет к раку. Пластмассовая тара с этим ебучим бисфенолом. Вся бутылированная вода. Кстати, да, это еще одна из причин, по которой ни в коем случае нельзя пить бутылированную воду в магазине. Максимум, как я уже говорил, лучше брать детские для младенцев, поскольку их организм более чувствительный, там, скорее всего, пластик другой. Да, вот та же фрутоняня. Если вы обратите внимание, их тара, там пластик более плотный. Возможно, там какая-то иная форма, да, которая, скажем так, более плотная, соответственно, молекулы пластика, они плохо во внешнюю среду выбрасываются. Возьмете любую другую, там тара будет более такая мягкая, более такая, ну, хлипкая. И чем вот она мягче, вот эта пластмасса, тем чем она легче гнется, тем это говорит о том, что молекулы пластика, да, они слабее друг за друга держатся. Соответственно, вода напитается этим говном, а вы потом это выпьете. И сейчас все фрукты, сейчас почва до безумия истощена вот этим вот аграрным производством, потому что, опять же, производителю насрать на ее качество. Они, безусловно, подбрасывают минералы растениям, да, но только те, которые им нужны. Но там нет косвенных, причем большей части... которые мы есть, скажем так, в лесу. Вот самые качественные плоды это где-нибудь на природе. Там будет хреново куча, и селен будет, и бор будет, и кобальт будет. Самые вот эти редкие, которые не добавляют на агрохолдинге. Там растениям больше требуется железо, медь, ну вот такие основные, кальций тот же. Ну а как же остальные несколько десятков всех этих макро- и микронутриентов, их там нету. И это одна из основных причин, которые, опять же, всех проблем со здоровьем. Потому что минералы нам пиздец как нужны. Имейте в виду, да, что все эти праноеды и прочие дауны, которые там топят за редкое употребление. Ну, смотри, нет. Дефицитное употребление пищи – это нормально. Но, смотря какой пищи, опять же, встает вопрос. То есть, если вы едите какую-то рафинированную срань, вы ни хрена не получите. Те же вот исследования, допустим, вот официальная медицина уже выяснила, что в крупах дохерища фитиновой кислоты, которая блокирует усвояемость нутриентов. Но об этом не говорят по телевизору. По сути, на эту информацию можно наткнуться только либо случайно, либо там, я не знаю, ну, если ты вот варишься в этой среде, да, как я, допустим, в тематике питания. А так никто об этом не знает. Никто не знает, что вот эти все быстрые завтраки, знаете, когда вы залили овсянку, там, либо кукурузные хлопья, либо еще какую-нибудь срань, это намного вреднее, чем сожрать дикого оленя. Серьезно, я вам гарантирую. Потому что из дикого оленя вы получите микроэлементы. Вы получите, ну, не все витамины, да. Естественно, по термообработке определенная часть сдохнет. Но вы хотя бы получите. Ну, а этот белок, да, ну, потравит вас, ну, окей. Но все равно основная часть выйдет. Поедая кукурузу, ребят, вот эти вот ебучие хлопья, либо свежие, не имеет значения. Там такое количество фитиновой кислоты, что вы ни хрена из нее не извлечете. Она блокирует такие ферменты, как пепсин, кажется, и трипсин. Один занимается, скажем так, расщеплением углеводов, а другой расщеплением белков. Это раз. Второе. Фитиновая кислота также препятствует вашим бактериям ее пожрать. Потому что, собственно, ну, растения эту херню и продуцируют, чтобы защититься от насекомых и от микроорганизмов. Да, иначе бы в условиях дикой среды, да, бактерии бы просто сожрали кукурузу. А они этого не делают, потому что любое растение, помимо плодовых определенных, это просто, скажем так, химическая лаборатория по производству различного рода ядов. Потому что животное и любой другой микроорганизм, он может убежать от хищника. Ему незачем какие-то яды в своем организме таскать, а растение не может. Единственный способ им эволюционировать, выживать, кукуруза, овес, пшено,
хреново куча токсичных белков, которые насекомым к хренам парализуют всю их нервную систему. Там, я не знаю, есть животные, которые адаптировались с этим бороться. Те животные, которые на протяжении, я не знаю, миллионов лет этим всем питались. Та же мышь. У мыши фермента фитаза, который как раз-таки вот эту фитиновую кислоту нейтрализует, в 30 раз больше, чем у человека. И поэтому мышки, они легко крупы воруют и едят их в непророченном, сыром виде. Но когда мы едим вот эти ссаные хлопья, это потом и ведет к кариесу. Потому что ну, просто наступает тотальнейший дефицит всех микроэлементов. Вот такие дела. И именно поэтому я скидывал в свой чат, если кто-то еще не в курсе, там две замечательные книжки. Не просто чьи-то домыслы, да, когда вот меня очень бесят вот эти сыроедные гуру. Там, я не знаю, даже кого в пример привести. На самом деле, я большинство и не читал, потому что я догадываюсь, что там будет. Когда просто сидят и рассуждают. Здесь же чувак путешествовал по всему миру, смотрел племена, смотрел, как люди живут, да, в дикой природе, чем они питаются, и чем питаются люди, ну, традиционные, либо те дикие племена, которых цивилизация уже коснулась. И те люди, которые питаются фруктами, морепродуктами, дикими, не домашними, вы должны понимать, что, допустим, разница, вот опять же, сейчас люди подумают, что морепродукты полезны. Если это с какой-то фермы ебучей, где рыбу кормят всякими крупами, где их обрабатывают антибиотиками, это не полезно ни хрена. Но если рыба дикая, да, там вы получите. Есть, опять же, исследования от официальной медицины, что в печени рыбы, которая находится на ферме, витамина D в десятки раз меньше, чем у дикой рыбы. С чем это связано, я не знаю наверняка. Возможно, витамин D продуцируется у них не под воздействием солнечного света, а за счет, может быть, какого-то микробиома, может быть, за счет потребляемых продуктов, я не знаю. И дикая рыба, она жрет всяких жучков, улиток, водоросли. Рыба же, которая выращивается на ферме, она жрет кукурузу, сою, да, одни из самых вредных продуктов. И опять же, прошли исследования, это известно. Известно, что соя и прочая параша это очень вредно. Это наносит тотальный ущерб. Любое аутоиммунное заболевание, ребят. Ревматоидный артрит. Диабет. Волчанка. Ну, то есть, все, что связано, когда ваши антитела начинают атаковать ваши же ткани, это следствие лектинов. Убираете эту парашу из своего рациона. Все. Это проходит за считанные недели. Традиционная медицина называет аутоиммунные заболевания генетическими. Говорит о том, что они совершенно не лечатся. Хотя сейчас есть исследования. Есть замечательная книжка. Я попозже ее также опубликую в своем телеграм-канале. Я пока не хочу озвучивать, потому что я хочу сделать резюме к ней. Вот. И там уже потом опубликовать. Я ее дочитаю буквально уже там через пару часиков. Вот. Поэтому, ребят, сейчас мы эту тему дальше продолжим. Я хочу вопросики глянуть, пока они... Да, я поднабрал, потому что стал подъедать зеленую гречу. И, собственно, тело свое говнецом поднабил. Вот. А гречу хаваю, ну, просто потому что, по финансам сейчас не ок. Да, тратить на фрукты по $700-900, ну, пока для меня это затратно. Поэтому я перешел на такой эконом-вариант. То есть, фрукты я тоже ем. Ну, просто один, из элементов потребления в день, это вот как раз зеленая греча. Плюс я начал ферментировать квашеную капусту делать. Это тоже чертовски дешево, и пока я не могу сказать, вкусно-невкусно, я ее только сделал. Вот, если не вкусно, то как бы и не буду. Вот, если вкусно, это один из самых эффективных способов. Плюс, опять же, смотри, в чем плюс квашеной капусты, если она домашняя? Поскольку она становится более мягкой, ты можешь съесть ее гораздо больше, это раз. Плюс она усваивается гораздо лучше. И самое главное, если она домашняя, там дохерища микроэлементов. Там почва не настолько изнасилована, как на любом из агрохолдингов. И плюс там нету химозы. То есть, опять же, употребление той же квашеной капусты – это способ заправить свой организм крайне дефицитными минералами. Потому что если ты сидишь на промышленных фруктах, я тебя уверяю, эти дефициты будут. Потому что любой агрохолдинг не заботится. Есть определенная программа, опять же, в продвинутых странах, в Финляндии сейчас занимаются тем, что, можете загуглить, селенизация сельского хозяйства. Они берут неорганический селен и заставляют всех бизнесменов добавлять его в любую выращиваемую растительность. Добавлять его в корм животным. Потому что селен, это один из самых, главных нутриентов для нашего организма. И там в процентном соотношении
Количество раковых заболеваний после вот этого внедрения селенизации начало значительно снижаться. Но такой херней занимаются только страны достаточно продвинутые, да. В России, там, в Казахстане об этом даже и мечтать не следует. То есть это... Насчет того, что свинья к нам ближе, это миф. Это, опять же, все идет из лженауки, со всяких даунов на Ютубе, которые пытаются рассказать какую-то тупую херню. Так вот, по поводу свиньи. Короче, это миф. Это очевидно. Есть долбоебы, которые говорят, что мы произошли от дельфинов. Ты просто смотришь на обезьян, и ты видишь даже невооруженным взглядом, что они к нам, скажем так, наиболее предрасположены. Ну, больше всего на нас похожи. Бля, я тороплюсь, поэтому туплю, сука, сейчас через минуту эфир оборвется. Короче, пиздеж, нихуя свинья на нас не похожа, это бред полнейший. Там про то, что свиное сердце ставили нам, и оно работало, это тоже все пиздеж. А вот шимпанзе гораздо дольше люди с ним проживают. Так, короче, ребят, если какие-то важные вопросики есть, давайте перезададите заново, потому что я не успею все прочитать. Давайте заново, короче, перезахваем. Там один вопросик задали, который я запомнил, по поводу того, как я восстановил микрофлору после операции. Объедался корнеплодными салатиками. Не то чтобы корнеплодными, а именно целлюлозными. То есть капуста, зелень, морковку добавлял, но немного. Потому что так или иначе, крахмал все-таки подзасирает тебя. Добавлял... редьку, дайкон, но тоже всего одну, то есть корнеплодов не стоит много поедать. Там также и лектины есть, и плюс крахмалы. То есть вообще я не уверен на тему того, что крахмал нас засирает. Единственное, почему у меня еще есть недопонимание, это бананы. То есть в свекле, в морковке, в редиске тоже достаточно лектинов. И, возможно, херово именно от них. Там, короче, до конца я не разобрался, но в бананах вроде как их нет. Хотя, опять же, это вопрос, потому что вот все ГМО-продукты, я на прошлом эфире об этом говорил, которые вот все так боятся, что там генофонд как-то наш нарушат и так далее. Нет. Любой ГМОшный продукт просто добавляет вот эти самые лектины, берут из других растений более токсичных и засовывают в них. Потому что, допустим, те растения насекомые не поедают, тут они запихали этот лектин в банан, и, возможно, его тоже не поедают. И, возможно, так херово от бананов, как раз-таки, не потому, что они какие-то невидовые, не потому, что там крахмал или еще что-то, а потому, что там лектины. И также, почитав, я до конца этот механизм не понял, но якобы вот эти белки, они приклеиваются к нашим клеткам. И потом нарушают каким-то образом усвоение сахаров. И якобы по этой причине мы начинаем накапливать жир. То есть сахара вместо того, чтобы в виде гликогена накапливаться, начинают как бы откладываться в виде жира, хотя я не уверен. Но, в общем, суть в том, что как один из вариантов, почему от бананов так хуёво, это как раз лектины. Потому что все бананы это ГМО. А лектины это яд, который нас отравляет. И вот когда лектины попадают в наш организм, они вот так якобы стимулируют набор веса. Опять же, на практике из этой книги чувак объяснял, он не сыроед, он не фруктоед. Он, знаете, ну такой типа правильное питание. То есть он вроде бы, допустим, естественно питается зеленью, фруктами, но у него там мясо он не ест. У него там рыба, какие-то молочные продукты, и то не все. То есть, опять же, коровье молоко он не употребляет. И он рассказывал, что люди с ожирением, которые убирали лектиносодержащие продукты из своего рациона, но при этом продолжали жрать то же молоко, не толстели. Вернее, наоборот, они скидывали вес. Но у меня всегда в картине мира было, что там же жир в молоке. Значит, ты наоборот должен жиреть с него. Так нет же. Они убирают все посленовые. Они убирают все вот эти крупы, чечевица, горох и прочая параша. Пшеницу в виде хлеба, в виде булочек. Все это убирают и начинают значительно скидывать. Поэтому, короче, это сложная тема. Вот чем есть такое выражение, да, как Сократ сказал, или Геродот хрен его знает. Чем больше ты узнаешь, тем больше ты понимаешь, что ни хрена не понимаешь, блядь. Я вот реально сейчас запутался с этими лектинами, это очень сложная тема, что люди, убирая их, начинают худеть. И вот я всегда гнал на бананы, возможно, если банан природный, если его не коснулось, хотя природный банан, ладно, если это именно не ГМО-продукт, возможно, от него плохо-то и не будет. То
То есть это надо проверить. Да, на ютубчике я залью видосик. По поводу гречи, ну шо по поводу нее можно сказать? Это один из самых безопасных злаков. Да, с точки зрения фитиновой кислоты там очень мало, плюс в ней содержится фитаза. И когда ты эту гречу замачиваешь и проращиваешь, там фитиновая кислота вообще разрушается к хренам. И это замечательно. Но только при том условии, если греча сильно пророщена. То есть, как минимум, это 3-4 суток, когда там прям ростки, ну, вот такие вот. Когда это все переплетается, там, да, и ты вилкой, скажем так, подбираешь это все, а у тебя пол тарелки поднимается с этой гречей. Вот такая она и должна быть. Тогда она безопасная. Но если гречу вы проращиваете вот столечко и начинаете ее потреблять, если вы будете ее жрать на протяжении годов, у вас будет, ну, наблюдаться достаточно сильный дефицит нутриентов. Пойдут по пизде ваши зубы, костная система и прочие все ткани. Я уже рассказывал на прошлом эфире про эксперимент, да, где собачкам давали овес и прочую всякую срань, у них начиналась цинга. Особенно, когда овес был не пророщенный. Потому что жвачные животные, там лошади, коровы и прочие травоядные, у них есть фитаза, так же, как и у мышей. И они в состоянии с этой фитиновой кислотой справиться. Собака не может. Так же, как и мы не можем. Мы не предназначены поедать злаковые. И поэтому, если мы будем их жрать, и даже если мы их смешаем с каким-то салатом, эта фитиновая кислота также помешает нутриентам из салата усвоиться. И поэтому, ну, на сыроедении, да, вот там всякие сыроедные ютубские видосики, есть очень много рецептов с зеленой гречей и салатами. И гречу, как всегда, выпроращивают только по чуть-чуть. Тем самым вызывая, ну, тотальнейший дефицит нутриентов. Вроде жрешь много, а уменьшаешься. Плюс, ну, короче, там много факторов. То есть в этом плане надо быть очень осторожным. Поэтому у большинства людей на сыроедении, на фруктоедении столько проблем со здоровьем возникает. Потому что человек, вот даже термическая обработка, она значительно снижает лектины. На сыроедении нет. Вы берете орехи, пускай даже сырые, а там лектинов хуево куча. Вы их замачиваете, да это слабо помогает. И потом их поедаете. Тот же горох едите сырым, кукурузные початки едите сырым. Именно поэтому все африканцы, у них дети, вы же знаете, там рахит очень распространен. И я всегда думал, почему? Ведь рахит нам как говорят, что это дефицит витамина D, дефицит солнца. Я думал, что да, логично. Так и есть. Но ведь у африканцев солнце херово туча. Откуда тогда возникают, ну, проблемы с костной системой? Потому что они жрут одни кукурузные лепешки. А в кукурузе фитазы нет вообще. И, соответственно, ты замачивай, не замачивай, вари сколько угодно. Фитиновой кислоте насрать на термическую обработку. И в итоге эти негритосы жрут кукурузу, жрут, никакие микроэлементы из нее не получают. И потом они ходят вот с такими вот ногами, когда у них кости очень мягкие становятся, очень такие рыхлые, зубы там идут все по пизде и так далее. И основная проблема вот заключается как раз в кукурузе. Как относишься к коко? В смысле, это обезьяна, которая горилла, которая умела разговаривать, положительно отношусь. Лектины – это определенные белковые элементы, токсичные, которые растения, скажем так, на протяжении эволюции придумывали для себя. Это, по сути, яды, проще говоря, которые парализуют нервную систему насекомых, которые пытаются их сожрать, либо отравляют более крупных животных, вот как нас, чтобы, ну, мы не ели эти растения. Плюс от бактерий также, чтобы защищаться. И вот когда мы эту хрень едим, мы, скажем так, получаем достаточное количество проблем. Сегодня-завтра я закину эту книжку на тему лектинов, там все подробно объясняется, вот ну, сможешь это изучить. То есть я просто вчера на прошлой трансляции я подробно про это говорил. Сколько по времени формируется видовой микробиом, тоже сложно сказать. Потому что, допустим, видишь ли, видовой микробиом – это не один вид бактерий. Это херова туча. И вот, допустим, за синтез витамина К2 отвечает один вид бактерий. За синтез В12 – уже другой. За синтез всяких жирных кислот по типу омега-3 и омега-6 – тоже другой. За продуцирование аминокислот – также другой. И поэтому у тебя могут какие-то появиться бактерии в кишечнике, а, допустим, те, которые продуцируют В12, их нету. И получается, что тут уже на чистых фруктах ты не можешь быть. Ну, по крайней мере, продолжительное время. И чтобы, скажем так, добиться, ну, высокой вероятности формирования видового микробиома, ну, желательно как минимум год.
поедать хреново кучу клетчатки. И когда люди с традиционного питания сразу переходят на фрукты, тот же арбуз. Ну вот сами подумайте, сколько там клетчатки, которые будут жрать бактерии. Там сгулькин нос. Если арбуз сжать под прессом, там одна вода. Дыня то же самое, персики то же самое, мякоти, которую бы сожрали клетчатки, практически нет. Поэтому так важно на этапе перехода жрать салаты. Да, это может быть в какой-то степени невкусно. Но, как бы, извините, уж вы за эти годы ушатали свой видовой микробиом. Теперь, чтобы снова он появился, ну, придется обжираться клетчаткой, прям как коровы. Жрать большие миски, помногу. Петрушка, укроп, капуста, морковка. Безусловно, можно добавлять помидоры туда, огурцы, да, для вкуса. Авокадо какой-нибудь, заливать там маслами. Ну, опять же, определенными. Но придется идти через вот этот этап взращивания видовухи. Без нее, безусловно, те ресурсы, которые в вашем организме есть, их хватит на определенный промежуток времени. Но со временем, через годик, через два, у вас все тело пойдет по пизде. Потому что основа – это микробиом. Это основной орган. Вот нам говорят, что типа люди не могут питаться одними фруктами. Безусловно, если жрать чисто дешевую агрохолдинговую срань, да, какие-нибудь дешевые яблоки, дешевые бананы, далеко на этом не уедешь. Ты будешь получать глюкозу, ты будешь получать витамины. Ну а как же дела с микроэлементами обстоят? Вот эти банановые плантации, ребят, они уже десятилетиями там стоят. Там, скажем так, вот эти вот редкие минералы, они уже высосаны напрочь. И рано или поздно у вас будет наблюдаться дефицит бора, дефицит селена, либо еще какого-нибудь редкого минерала на таких вот дешевых агрохолдинговых фруктах. Вот у вас возникнут проблемы. Поэтому так важно взрастить микробиом, который бы хоть как-то вас поддерживал, хотя бы с точки зрения тех же жирных кислот. Поэтому, опять же, к фруктоедению надо идти через сыроедение со всякими маслами, безусловно. Там, не знаю, льняное, естественно, холодного отжима, либо кунжутное, либо какое-то другое. Чтобы получать эти жирные кислоты, ну, когда ты сходу с традиционки на фрукты переходишь, у тебя видовухи вообще ни хрена нету, жрать ей нечего, сахарами патогенка точно так же питается, вообще любые бактерии жрут сахарами, независимо от вида. И чё? И вот ты жрёшь фрукты, но ходишь с патогенной микрофлорой, которая ни хрена тебе не дает. Каала может питаться одними листьями эвкалипта. Получает все. И опять же, каала — это просто яркий пример, о котором все знают. Есть хреново куча других видов приматов, которые едят всего лишь один вид зелени. То есть они также находятся в симбиозе только с одним продуктом. Есть приматы, которые едят только плоды. Есть приматы, которые едят только плоды одного растения. Живут в кромках его деревья и жрут только его. Ну, за исключением, может быть, редко каких-нибудь там насекомых, и то, да, жрут без удовольствия. Это уже слово, скажем так, это уже следствие дефицитной среды. Поэтому, в общем, блин, у нас сейчас тема вообще про другое, про деструктивность капиталистической системы, ребят. Давайте я сейчас продолжу ее, а потом уже на вопросики поотвечаем. Про капусту я тоже сейчас скажу, как я ее квашу. В общем, просто я хочу, чтобы вы понимали, любые активисты, люди, которые выступают против прививок, люди, которые выступают против скотобоин, люди, которые выступают против диктаторского режима в любой стране, люди, которые выступают за качественное хорошее образование, люди, которые хотят свободы слова, люди, блядь, любая вот хрень, какую ни возьми, там, несправедливость, либо еще что-то там, зеленые те же, экология. Да, вот нашу планету засирают, опять же, почему? Кредитно-денежная система, пидорасу, который владеет заводом с нефтью, либо еще с какой-нибудь херней, ему насрать на все. Для него самое главное, минимальные затраты, максимальная прибыль, на остальное похую вообще. То, как он засирает нашу планету, отравляя воду, воздух, почву. Есть видосик, я не помню, как же это называется, какой-то регион в России есть. Там чувак прям бродил по нему. Там находится какой-то завод. То ли цинковый, то ли еще какой, то ли свинцовый, я хуй пойми. Он сбрасывает токсичные отходы в дикую природу. Там весь лес вымерший. Там вся вода желтая. Если кто-то это видел, понимает, о чем я говорю, можете плюсики поставить, может быть, название вспомните. Почему? Потому что капитализм. И так повсеместно так происходит везде. Посмотрите фильм «Дом». Это неразумное, это нерациональное использование ресурсов. И именно поэтому коммунизм настолько сильно в нашей системе дискредитируется. Хотя, если углубиться в эту тему, это, ну, самое эффективное, да, скажем так, управление в разумном обществе. И, скажем так, неудачный эксперимент в виде Сталина и Совка, да, не стоит связывать это с коммунизмом. Потому что многое упирается в личность. Допустим, во времена Наполеона, да, там еще, я не помню, там, ну, уже капиталистический строй, кажется, был. Или феодальный еще. Нет, уже с феодальным как бы распрощались. Был более такой рынковый строй.
И все было замечательно, да, при нем. Но поймите, что, допустим, вот на Филиппинах капитализм, во всей Африке капитализм, во всей Южной Америке капитализм, в Монголии, в Ираке, в Казахстане. При этом все хуй сосут. Ну, 99% населения. Так где вот эта вот эффективность свободного рынка? Где вот даже в Америке? Вот есть такие люди, да, вот как либертарианцы, которые выступают за то, чтобы вообще избавиться от государства, чтобы все решал только бизнес. В любой стране, даже максимально цивилизованной, монополия всегда пожирает маленький бизнес. Если мы избавляемся от государства, но остаемся при кредитно-денежной системе, рано или поздно государствами станут большие бизнесы. Потому что всегда будет так, что один разрастется, подавит других. И он, по сути, станет самым главным монополией. Помните, как было во времена этого Рокфеллера, когда он нефтью занимался? Он же поглощал все сторонние фирмы. И только государство смогло его остановить. И позволило одной или две фирме еще хоть как-то вылезти. А так бы был бы только Рокфеллер. И когда бы остался только он один, он мог взвинтить цену на бензин просто до небес. И хули бы ты сказал? Если тебе некуда пойти, если нет альтернативы, ты бы покупал по другой цене. И поэтому во многих, допустим, южноамериканских странах, где монополистами являются люди, скажем так, на производство воды, на производство электричества, там сумасшедшие цены. И вот эти тупорылые либертарианцы, которые топят вот за свободу бизнеса и так далее, что надо от государства вообще избавиться, вот к чему это приведет. И тут элементарная логика, тут даже, ну, это несложно это понять. В Южном парке была даже такая серия, когда Walmart пришел в их городок, все маленькие магазинчики тут же передохли. Ну, потому что Walmart, он в состоянии закупать колоссальное количество продуктов по низкой цене, и поэтому там цена всегда будет дешевле, чем в обычном домашнем магазинчике. И они все вымирают. Сейчас в Америке и в Европе все маленькие магазинчики, знаете, такие вот, как бы сказать, крафтовые, да, или как это будет правильно, в общем, хрен пойми, все вот эти мелкие магазики, такие душевные, забегаловки, они все сидят на дотации от государства. Если бы государство на них хуй забило, они бы давно уже передохли, потому что есть KFC, потому что есть Макдональдс, потому что есть Subway и прочие крупные вот такие вот сети, которые своей ценой среди обширной массы покупателей просто задушат других. В общем, любая модель поведения, ребят, поймите, любой человек, не существует никаких личностей. Если вот вы сидите и думаете, что вы весь такой классный, весь такой крутой, вы такой умный и так далее, вам просто повезло. Если бы вы родились сейчас в Индии, в бедной семье, в Ираке, даже не так, если бы вы родились в своей семье, но во младенчестве вас бы отправили туда, вы бы стали конченным биомусором. Любые ваши ценности, любая ваша модель поведения, это все обусловлено теми ценностями, той средой, которая вас напитала. И поэтому любой преступник, любой лжец, там, я не знаю, лицемер, да кто угодно, он просто жертва своего прошлого. И вот просто представьте на секунду, что вы родились, допустим, вот долбоебы, да, расисты, которые там полагают, что негритосы тупые. Представьте, что вы родились в Африке. Не так. Вы родились в своей семье, но вас отдали в Африку на воспитание. Вы бы русский сейчас не знали. Вы бы на музыкальных инструментах играть не умели. Вы бы компьютером не умели бы пользоваться. Вы бы, да господи, ну вы были бы конченным дегенератом, просто ебучим животным. Но не потому что там люди чернокожие, а потому что они находятся в определенных условиях. Эту разницу даже видно невооруженным взглядом. В рамках только одной Америки, да, США, мы видим, что люди из гетто, негры, агрессивные, тупорылые и так далее. Те же самые негритосы, которые умудряются вырваться из этого ебучего гетто. Вообще, откуда гетто появились? Когда рабство только отменили, всех негритосов согнали в определенные коммуны, вот в эти трущобы. И вот где они тогда, скажем так, сформировались, по сей день такими и остаются. Где тусовались вот эти вот рабы, которые были необразованными. А чем, скажем так, скуднее твой умишка, тем ты агрессивнее, тем ты тупее. Это объективно. Я уже привел пример, что чем ты умнее, тем меньше у тебя потребности потреблять. Разумный человек, действительно разносторонний, начитанный, неважно, девушка либо парень, ему насрать будет на часы за полмиллиона долларов. Он не будет видеть в этом ценности. Это просто будет металл желтого цвета и стекло. Да, скажем так, очень плотный углерод, который долго полежал под землей. Каким долбоебом надо быть, чтобы видеть ценность в бриллиантах, алмазах, изумрудных и прочей параше?
только тупорылым куском говна, который не читает, который не развивается, который вот просто посидел в школе, потом посидел в универе, и вот им манипулируют. Им манипулирует реклама, кинематограф, правительство, бизнесмены и так далее. Делают из него то, что выгодно в нынешней системе. Вот люди на адекватном питании, медицинского, вот представьте, что сейчас все стали сыроедами, адекватными сыроедами, это тоже очень важно. Я уже объяснил, что можно жрать арахис, это вообще конченая параша. Это такой страшнющий аллерген, там лектинов херва куча, там фитиновой кислоты килотонны. А многие сыроеды жрут арахис. Неважно, сырой, жареный, ребят, не имеет значения. Да, в сыром даже в какой-то степени еще фитаза остается. И она может с этой фитиновой кислотой, ну, чуть-чуть процентаж снизить. А если арахис обжаренный, там нет фитазы. Ну, это вообще пиздец. Плюс херва... Ну, то есть это вообще страшная херня. Даже у Колина Кэмпбелла почитайте. А арахис сырой вы хер найдете, его весь обжаривают. Может, и можно найти сырой. Но тогда вы грибков понажретесь. Токсичной плесени. В начале книги Колин Кэмпбелл же рассказывает о том, что они проверяли африканцев, которые жрали арахис. И у них у всех поголовно был рак печени. С чем это связано? С грибком, который тусовался на арахисе. Это не видовуха жрать ту херню, которая растет под землей. Хотя корнеплод, к ним еще можно корректировочку, да, сделать. Там как бы шкурку убираешь, промываешь это все, и плесень, она, ну, не забирается вовнутрь. Арахис же у него, сами видели, это кожура, она очень такая рыхлая, очень открытая. То есть это все очень сильно насыщается грибными спорами, которые токсичны. Я забыл, как эта херня называется, но любой, кто из вас читал о китайском исследовании, в курсе об этом. Так вот, в общем, я всем рекомендую в обязательном порядке на Ютубе вбить проект Венера, открыть раздел с плейлистами и посмотреть все. Начните с плейлиста знакомства с проектом Венера, либо экскурсия по проекту, как это так называется, точно не помню. Там всего лишь 5 видосиков, 5 часов потратите. Затем посмотрите уже цикл лекций на 20 часов. Там 16 где-то видосиков. Поверьте, ребят, вот эти 25 часов, которые вы потратите, а если вы будете смотреть на ускоренке, ребят, вы можете потратить там, ну, я не знаю, часов 13, да, если будете смотреть на 2Х, как я. Вы за эти 13 часов получите знаний, действительно качественных, действительно полезных, в миллион раз больше, чем вся та, весь тот информационный шлак, который вам дала школа и универ. Я вам гарантирую, 13 часов потратите, вы охуеете. Вы настолько другими глазами потом на этот мир будете смотреть. На человеческое поведение, на их деструктивные ценности. И вот даже сейчас, когда, допустим, парень дарит девушке цветы, и она видит в этом ценность, это не ее личный выбор. Это надрессированная обезьяна, которой научили видеть ценность в цветах. Но когда ты развиваешься, начинаешь все это переосмыслять, ты понимаешь, что это вообще это бредятина. Просто кто-то нарвал цветы, тебе подают, окей, ладно, если просто нарвали, это еще, ну, приятно пахнет и так далее. Но у нас же их продают за большой ценник, цветы, которые потом просто сгниют. Свадьба — это такой же абсолютно тупорылый навязанный ритуал. Никто даже не задумывается об его смысле. А смысл только один — заработать на тебе. Продать услуги всяких тамады, колец, пиджак, платье и прочее дерьмо. И тупорылый биомусор, естественно, там набухивается, дерется и так далее. А капиталистическая система, она, ну, естественно, довольна, потому что вы потребляете. Я не говорю о том, что, допустим, расписаться это плохо, да, с юридической точки зрения это иногда имеет место быть. Ну, вот, например, вы сошлись с девушкой, да, и чтобы, если вы умерли, чтобы ваше имущество легко досталось ей. С этой точки зрения, ну, стоит расписаться. Там, я не знаю, либо если вы в аварию попадете и станете овощем, чтобы, опять же, ваша вторая половинка имела возможность отключить вас от аппарата, да, скажем так, искусственного поддержания жизни. Потому что если она не будет вашей супругой, она не сможет этого сделать. То есть с этой точки зрения, ну, проводить сам вот этот тупорылый ритуал, похороны, то же самое. Это также способ заработать бабки. Вам впаривают гробы, вам впаривают услуги тупорылого священника, который там стоит, какую-нибудь хуйню свою прочитает. Вам впаривают всякие эти мемориальные доски, там мраморные всякие статуи и прочее говнище. Хотя, опять же, разумному человеку, ну, лично я хочу, чтобы меня просто сожгли, вернее, мне вообще насрать, что со мной будет. Но с точки зрения рациональности и эффективности я хотел бы, чтобы меня просто сожгли, как бы все. И где, могли бы где-нибудь там в лесу выкинуть этот пепел, чтобы удобрить, скажем так, те же растения.
Потому что минералы, так или иначе, они останутся в неизменном виде. И, скажем так, да, из моего пепла. Либо просто мой труп могут бросить где-нибудь в лесу. Также я сгнию, меня зверюшки сожрут, червяки сожрут, бактерии. Ведь, по сути, сейчас я живу как раз за счет них. То есть, по сути, сейчас бактерии кормят меня. Я уже объяснил, что мы не в состоянии переварить клетчатку. Мы не в состоянии переварить целлюлозу. Люди, которые только переходят на сыроедение, могли заметить, что сырая растительность не переваривается у вас от слова совсем. Я помню, когда только на сые переходил, ел морковку, она у меня в таком же виде выходила. Такими же оранжевыми волокнами, как она и была потерта на терке. Точно так же кукуруза сырая в том же виде выходила, потому что не было видового микробиома, который занимается, да, скажем так, потреблением целлюлозы и затем продуцированием, скажем так, полезных усвояемых нутриентов, которые нам уже нужны. И сейчас, грубо говоря, я вот живу как раз за счет этого микробиома. Я живу за счет червей. Если вот так вот копнуть в корень, то, скажем так, деревья, да, которые плодоносят, черви как раз-таки помогают почву разрыхлять. Опять же, помогают перерабатывать все вот эти минералы. Также насыщают почву бактериями. И, собственно, когда ты сдохнешь, да, ну, у тебя схавы, то есть это постоянный круговорот жизни в природе. В общем, я к чему веду? Что похороны абсолютно тупорылый, бессмысленный, навязанный ритуал. Когда ты начинаешь об этом задумываться, ты столько вот абсолютно тупой херни видишь вокруг, которую когда-то не подмечал. Я когда был маленький, еще в школе учился, я покупал себе цепочку серебряную с крестом, просто чтобы въебнуться. Также покупал серебряные печатки. И это действительно повышало мою самооценку. Я ходил типа весь такой крутой. А сейчас я понимаю, ну, какой это тотальный примитив. Следствием чего это является? Образованности. Потому что развиваешься в различных областях. И вот, допустим, можете загуглить, где живет Ангелина Меркель. Она, казалось бы, да, лицо страны. У нее должно быть бабла, хоть жопой ешь. Но при этом она живет вообще в обычной квартире. Да, она достаточно крупная, там 4 комнаты или 5. Но просто квартира одна в жилом доме. Ее муж является лауреатом Нобелевской премии. Если посмотрите фотографии их квартиры, там тоже нет каких-то золотых унитазов. Ну, обычная квартира, просто комфортная. А теперь возьмите наших правителей. Кадырова, Назарбаева, Путлера и прочих пидорасов. У них замки миллиарды долларов стоят. Потому что чем тупее человек, тем выше потребность понацепить на тебя все эти блестяшки. Всякие дорогие часы, цепочки, дорогое люксовое авто. Потому что когда у тебя пустая голова, чтобы хоть как-то заполнить вот эту вот низкую самооценку, что ты ебаная бездарность, что ты просто ничем не отличаешься от шимпанзе, люди стараются заполнить это все атрибутикой. Поэтому и вешают на себя всякую хрень. А чем человек более разносторонне развит, тем ему плевать. Я не говорю о том, что иметь какой-то стиль – это плохо, не поймите меня неправильно. То есть, если там девушка, ей там нравится только черное носить, либо там определенная какая-то стилистика – это нормально. Я лишь говорю о том, что если вы покупаете себе юбку от Dolce & Gabbana за 5000 долларов, то вы кусок ебаного говна. Вот я об этом говорю. Но если же вы берете, скажем так, обычную комфортную одежку, то это нормально. Потому что я очень рекомендую глянуть документальный фильм, как же он называется, по-моему, «Истинная цена моды», либо «Правдивая цена», блядь, не помню, как называется. Короче, «Цена моды», напишите, у вас на Кинопоиске, скорее всего, выдаст 2015 года фильмец документальный. И когда я вижу какую-нибудь веганскую пизду, которая вот топит за права животных, но при этом сидит вся в такой роскошной одежде, у нее там какая-то шуба, пускай даже искусственная, у нее там какие-то цепочки и прочее говно, ну, то есть видно, что брендованный шмот, брендовый, она забывает о том, что человек – это то же самое животное, это обезьяна. И очень странно, когда ты топишь за права свиней и коров, но при этом тебе насрать, что тех же лысых обезьян эксплуатируют в Индонезии, в Китае, в Малайзии, на патагонных фабриках. Они работают там просто за сущие копейки, там какие-то центы получают ежедневно. Тебе на это как бы, ну то есть плевать, да? Животные, значит, страдают, а эти люди не страдают. У Найка, если я не ошибаюсь, у них 55 тысяч процентов накрутка, вы только вдумайтесь. Но при этом вот эти вот все найковские заводики, да, где стоят в странах третьего мира, там люди гроши получают. Есть, опять же, куча документальных фильмов, вбейте на ютубе «Патагонные фабрики».
То есть, опять же, это является ярчайшим индикатором. Вот серьезно, я еще ни разу не встречал по-настоящему разумного человека, который бы велся на брендовый шмот. Вот такие дела. Это очень такой яркий индикатор. Безусловно, исключения, скорее всего, есть. Они есть везде. Да, вот я не знаю, допустим, хорошие депутаты. Есть ли они в России? Есть. Сколько их? Да мне кажется, блять, по пальцам одной руки можно пересчитать. Но они присутствуют. Так же и тут. Может найтись действительно какой-нибудь образованный человек, который вот носит там Дольче Габбана, Луи Виттон, Баленсиаги и прочее говно. Но это большая редкость, ребят. Зачастую, говорю, чем человек образованней, тем он проще. По всем, блядь, фронтам. С точки зрения коммуникации с другими людьми, с точки зрения искренности, с точки зрения того, что он на себе таскает. Вот, опять же, яркий пример. Я смотрю на бизнесменов на постсовке, реально тупорылых людей. Они все гоняют на роскошных авто. Они рассматривают автомобиль не как транспортный элемент, а просто как способ въебнуться. А теперь смотрим на ту же Европу, которая, ну, это априори более образованная, никто об этом спорить не будет. Или на США. Там крупные бизнесмены ездят на каком-нибудь Volkswagen Touareg. Не на Porsche, а на Volkswagen Touareg. Либо еще там на какой-нибудь... У меня Кент жил целый месяц в Германии, он специально пошел к Государственной Думе, я не помню, что это был за город, неважно, пошел к Государственной Думе и сфоткал там парковку. Там ни одного роскошного автомобиля. Там ценовой диапазон от 5 до 15 тысяч долларов. Просто комфортные автомобили. Никто не говорит, что надо ездить на Запорожце. Почему? Потому что ценности другие. Потому что немцы более образованные, чем наш биомусор. Вы если даже сейчас посмотрите статистику, да, по всему миру, допустим, сколько людей верят в Бога, в Европе самый низкий процентаж. Потому что там более качественное образование, так или иначе. С точки зрения идеала оно, безусловно, дерьмовое, но оно лучше, чем на постсовке. И, допустим, по-моему, вот в Норвегии церкви закрываются, потому что уже не осталось того биомусора, который бы туда ходил. Там церкви адаптируют под эти, под развлекательные центры для детей. Там на скейтах катаются, там прям площадки устраивают. Внутри церкви вот эти вот скейтовые дорожки сделаны. Потому что люди на порядок разумнее, и ценности у них другие. Даже в Румынии. Вот когда ты понимаешь бихевиоризм, ты начинаешь все это подмечать. Я когда в Румынии шел по дворам, по неблагоприятным дворам. Почему-то вот в районе богатом я не заметил роскошных автомобилей. Когда, блядь, зашел в Бичевский район, где, ну, естественно, люди гораздо тупее, чем из богатых семей, у них авто, там стоят какие-то красные всякие эти... Как же это называется-то, я забыл. Форды. Знаете, Форд Мустанг красный стоит. Желтые всякие. То есть все яркие, чтобы выебнуться. Потому что человек в детстве, да, он донашивал одежду за своими братьями, сестрами, он жрал всякое говно, все ему говорили, что ты никем не станешь. И в итоге, когда такие люди добираются до бабла, у них единственная потребность выебываться постоянно, чтобы как бы компенсировать вот эту боль. Вот такие дела. Поэтому на постсовке, вот здесь вот, говорю, в совке было отвратительнейшее образование. Ну, о чем тут говорить, это та же самая Северная Корея была. Очень сильно, но... В любом случае, они хотя бы... Хотя, знаете, они были атеистами по вере, ненаучными. Они не понимали, что Бога нет. Они верили, что Бога нет. Это тоже большая разница. И именно поэтому сейчас подавляющее количество бабок, да, которые, казалось бы, учились в Советском Союзе, сейчас ими забиты все церкви. Потому что дерьмовое образование. Поймите, что знать что-то и осознавать – это небо и земля. Всегда важна глубина познания. Допустим, спросите у любого человека, который курит, он вам скажет, да, курение вредно, я об этом знаю. А потом спросите его, что происходит с его организмом на биохимическом уровне. Вот он вдохнул, дым попал в легкие, что дальше? Как реагирует кровеносная система? Как реагируют альвеолы легких? Как это отражается на умственной способности? Посредством чего это отражается? Он не сможет объяснить. И когда нет вот этой глубины понимания, ты... Ну, это херня. Ты не сможешь подкорректировать, скажем так, свои ценности, свою модель поведения. Элементарный пример. Я всегда знал, что помидоры – это вредно. Более того, я это ощущал. Поскольку у меня организм чертовски чистый, всегда, когда я подъедал помидоры, мне было хуёво. Тупняк, сонливость. Если много съесть, там вообще жопа. Там прям мышечные спазмы, температура поднимается. Потому что солонин и лектины. Я все это знал. Все равно ел, потому что, сука, вкусно. Сейчас я глубоко эту тему изучил. Блять, перечитал всякие статьи на несколько раз. Книгу прочитал на эту тему. Видосики всякие пострел. И сейчас я, ну,
начинаю помидоры значительно снижать. Если до этого я, блин, затаривался помидорами там десятками килограмм, то в этот раз, когда я ездил за капустой, за домашней, там, в частный сектор, я не удержался. Меня все-таки помидорки соблазнили, я взял, ну, всего лишь 3 килограмма. И сейчас они опять у меня закончились. И, скорее всего, я брать не буду, хотя и хочется. Потому что я понимаю эту пагубность. Более того, заметный контраст, ты, когда отказываешься от помидор, начинаешь себя лучше чувствовать. Но это не сразу происходит, ну, хотя бы неделька нужна. Мозг начинает лучше работать. Это все ощущается, это все заметно. То есть это не просто там где-то прочитал и уверовал. Да, вот как долбоебы с религией. Нет. Это все чувствуется, но это будет чувствоваться только при том условии, если у тебя чистый организм. Если ты на традиционном питании и жрешь там конфеты, там, я не знаю, всякую соленую парашу, термообработанное всякое говно, хлеб, там, майонез, а то, что ты помидоры уберешь, ты вообще ничего не почувствуешь. Это капля в море. Ты почувствуешь только, когда у тебя, ну, действительно чистый организм, тогда и реакции будут более яркими. Ну, элементарный пример, да, возьмем какую-нибудь девочку маленькую, нальем ей, там, не знаю, водяру на донышке и какого-нибудь прожженного алкаша, который может чекушку залпом выпить, а то и литр. И ничего ему не будет. Он продолжит на ногах стоять, продолжит разговаривать. А девочка, если выпьет, там, я не знаю, грамм 20-30, она может уже в обморок упасть. И я сам был свидетелем такого. Я когда был подростком, я был тем еще биомусором. Ходил на всякие вписки. И я два раза был свидетелем, когда девчонки, которые никогда в жизни водку не пили, выпивали полстопки и падали в обморок. Потому что организм эффективнее всего очищается именно в моменты, когда он спит. Поэтому-то алкашей, да, скажем так, ну, на определенном этапе просто вырубает, их невозможно разбудить. И именно поэтому, когда вы спите, у вас по утрам потом вот тут говно, вот этот слизь из глаз лезет, у вас мокрота на горле скапливается, у вас здесь пазухи гайморитные раздуваются, потому что все это набивается слизью. Но только под утро. У вас, ну, опухшая рожа, потому что все лимфососуды раздуты. То есть в момент сна происходят самые интенсивные очистительные процессы. И именно поэтому эти девчонки, да, поскольку их организм был достаточно чист, еще не знаком с алкоголем, их тут же вырубало, потому что тело сразу хотело от этого избавиться. Но чем сильнее ты свое тело засираешь, тем толерантней оно к параше становится. И именно поэтому все младенцы, которых начинают с детства подкармливать молочной парашей, миском, им же дают по чуть-чуть, и то им плохо. Зайдите на любой форум «Я же матерей», там куча жалоб на тему того, что... Ну, там колики у ребеночка, тошнит его понос, там пердеж, еще какая-нибудь херня. Головные боли ноют они постоянно, потому что они отравлены. Всех младенцев сопли килотоннами льются, потому что лимфа еще хорошо работает. Они дерьмо съели, и оно тут же на выход. А, скажем так, очищение организма, ну, это всегда неприятный процесс. То есть та же простуда, это и есть просто интенсивный детокс. И, но со временем... Да, чем дольше ребенка кормят всяким говном, плюс соль добавляет, которая безумно обезвоживает, и все выделительные процессы к херам убивает ребят. Вот любой сыроед, фруктоед, вот я, кстати, читал, там одна тетка жаловалась, да, которая проблемы на фруктоедении получила, и потом писала, что, видите ли, на традиционное питание ей было очень тяжело вернуться, потому что ей было плохо. У нее был чистый организм, и снова начать жрать дерьмо, да, постоянный детокс, тебе постоянно херово. Так вот, если вы хотите снова сойти на говно, обязательно жрите это говно соленым. И вот тогда у вас особой детокса не будет. У вас не будет прыщей, у вас не будет перхоти, у вас не будет соплей, у вас не будет болеть голова, у вас не будет дикой сонливости. Ну, первые деньки и будет, но потом это быстро приестся, потому что вся лимфа просто встанет из-за соли. Это, ну, один из самых лучших способов, да, начать жрать говно. Вот, допустим, тот же этот Мартынов, когда он начал уже, да, отходить, скажем так, от видового питания на свою пару... Если я не ошибаюсь, он вроде мясо сейчас начал жрать. Я за ним особо не слежу, но что-то краем уха я где-то видел, что он вроде курицу начал жрать, молочку же, сыр. Хорошо, сырое козье молоко я еще могу понять. Безусловно, там есть вред, но в то же время там есть колоссальное количество пользы. Потому что это вещество, которое, скажем так, помогает взрастить целую жизнь. Там колоссальное количество микроэлементов, там колоссальное количество витаминов. То есть ты будешь на одной чаше весов получать вред, безусловно, но в то же время и пользу. Но если это молоко пастеризованное, это мусор. А если это сыр, это, блядь, это, во-первых, термообработано на херову кучу раз. Плюс это просто казеиновый белок, который вреден. Ну, то есть в сыре вообще никакой пользы нет. И этот человек рассказывает вам, как правильно питаться. Человек, который жрет сыр, это просто пластилин с сахаром и белком, который будет гнить, плодить гнилостные бактерии. Плюс он сам идет уже с этими гнилостными бактериями. Сыр почему такой островатый привкус имеет, обжигает язык? Ну, качественный сыр. Потому что там вот эти бактерии находятся.
Причем не те, которые находятся в растительности. Да, допустим, капусту поедает совершенно другой вид бактерий. Те, которые жрут клетчатку, как раз-таки наша симбиотка. А в сыре это вот эти вот гнилостные, как раз-таки патогенные. Ну, то есть, это вообще тотально неадекватно. Вот я к чему веду, что тот же Мартынов, когда он только переходил, я помню, у него был видосик, где он квасил капусту, и он добавил туда соль. И оправдал это тем, что без соли может появиться плесень. Якобы она у него появлялась. У меня сейчас 4 банки делаются. Никакой плесени там нет. Ну, типа, может быть, и есть вероятность этого, но она крайне низкая, если как бы подходить к этому правильно. Туда просто надо засыпать семена укропа и залить как бы до краев водой, чтобы капуста с воздухом не контактировала. Все. Если капуста будет контактировать с воздухом, тогда да, может заплесневеть. Если у тебя вода вниз падает, ты снова доливаешь, чтобы капуста всегда была под водой. Все. Но он какой-то тупой хуйней оправдал то, что он добавил соль. Соль это, я уже не раз на вебинарах рассказывал о том, что соль это один из самых токсичных продуктов, какой только можно представить. Яд в чистом виде. Неорганическая молекула натрия плюс еще этот ебучий хлор, который в принципе яд, который убивает микробиом, который травмирует ваши ткани. Засыпьте себе пуд соли, да, в рот. Вы себе всю слизистую сожгете. Язык, десна, нёбо. Ну это ж пиздец. И он это дерьмище сыпет. И ест. И это человек, который, заявляет, типа, что он, типа, компетентен, да, в адекватном питании. Так вот, по поводу того, как я квашу капусту, просто либо ножом ее нарезаю, либо специально этой, как она называется, такой хуйней, знаешь, с ручкой, которая мелко нарезает капусту. Зафигачиваешь ее в какой-нибудь тазик, либо в какую-нибудь миску, там, я не знаю, где-то 70% капусты и 30% морковки. Желательно, чтобы это все было домашнее, чтобы оно было богато на витамины и микроэлементы. Тем более сейчас осенний период, сейчас за копейки все это у бабулек можно скупить просто тоннами. И все, в принципе. И еще эти семена укропа я туда фигачу. И вот это вот засовываешь плотно в 3-литровую банку, да, скажем так, не до самых краев, там, я не знаю, оставь где-то, вот такой вот промежуток, да, до верха. А потом все это заливаешь водой. Я заливаю дистиллятом. Потом ты все это закрываешь крышкой и оставляешь на 3 суток. Просто в обычном месте, главное, чтобы солнечные лучи на нее не попадали. В любое место ставишь. Вот, желательно, чтобы было тепло. Понятное дело, что не стоит, да, опять же, где-то на сквозняке ее держать. Чем теплее, тем быстрее она приготовится. Периодически стоит ее открывать несколько раз в сутки, снимаешь крышку и ножиком длинным, чистым, протыкаешь ее до самого дна. В нескольких местах, там, я не знаю, 5-8 протыков этих делаешь, позволяешь газу выйти, который вот бактерии продуцируют. И потом снова доливаешь водички, потому что от этого протыкания у тебя водичка упадет, и опять капуста будет на воздухе. Опять берешь дистиллят, либо чистую, просто фильтрованную воду, и доливаешь опять до краев. Все, и опять закрываешь. То есть больше тебе нихера делать не надо. И ничего у тебя там не заплесневеет, не прокиснет, то есть никакой соли не надо, никакого уксуса. Получится действительно качественная капуста, которую ты потом можешь съесть в достаточно больших количествах. Плюс это, опять же, положительно будет сказываться на микробиоме. Потому что сырой капусты ты столько не съешь, это невкусно, это твердо. Здесь же... Так, ладненько. Здесь понятно по капусте. По поводу лектинов, как их избежать? Смотри, сахар выше нормы может быть из-за арбуза. В арбузе достаточно много глюкозы. Если ты пьешь мало воды, если особо спортом не занимаешься, то при объедании арбузом сахар будет высоковатый. Лектины, чтобы избежать, это либо термообработка, очень сильная, скороварки, под сильным давлением, под сильной температурой. Либо проращивание. Но опять же, проращивание, оно спасает не у всех злаковых. Допустим, пшеницу ты хоть термообрабатывай, хоть проращивай, там глютен никуда не денется. Вот глютен это и есть одна из разновидностей лектинов. Есть еще АЗС, есть рицин, кажется, называется. Есть куча других, которые еще неизвестны. Это вот эта информация, она появилась буквально несколько лет назад, по крайней мере, на русскоязычном пространстве. Это вот 2017-2018 год. То есть это только-только изучается все. Рицин это вообще очень опасная штука. Есть фасоль, которую, если ты съешь всего лишь 2 штучки в сыром виде, ты умрешь.
И рицин содержится практически в любом виде фасоли, просто уже в меньшей концентрации. Поэтому фасоль сперва замачивают очень долго, кто-то даже проращивает, потом ее еще варят, потом еще обжаривают. И все равно ты потом пердишь, потому что она не переваривается, потому что бактерии не хотят ее есть из-за этих токсинов. Они убьют их, и у тебя получаются цельные молекулы белка, они просто вот, ну, находятся в желудке, никто их не пожирает. Отсюда возникает вот этот дискомфорт, вот это брожение, вздутие. Вот опять же, люди на этапе перехода, которые начинают поедать много клетчатки, по моей рекомендации, жалуются, что... Да, когда ты на этапе перехода начинаешь много зелени есть, у тебя также и вздутие, и газы, потому что у тебя нет микробиома, который все это жрет, и поэтому у тебя эта зелень начинает бродить. Со временем, когда появится видовуха, никакого вздутия быть не может. Никаких газов, никакого дискомфорта. Ты можешь там, не знаю... огромную миску там петрушки с помидорами перефигачить себе, съесть это, никакого дискомфорта вообще не будет. Потому что у тебя будет микробиом, который все это будет жрать. И никаких проблем. Но, когда ты будешь продолжительное время находиться на растительности, если потом ты сожрешь что-то белковое, вот тогда у тебя будут газы и прочие неприятности. Например, орехи там, либо еще что-то. Потому что, опять же, у тебя вымирают те бактерии, которые поедают что-то белковое. И, опять же, тебе будет дискомфортно. То есть бактерии, они на самом деле довольно быстро плодятся и так далее. Но вот после антибиотиков проблема в том, что, как я уже сказал, каждый вид бактерий продуцирует что-то одно. Да, есть, которые только B12 синтезируют, есть какие-то только, которые витамин 2, которые аминокислоты и жиры. И поэтому хер знает, да, когда у тебя появятся конкретно те, которые К2 хавают. Потому что, как я уже сказал, наша желудочная кислота, она как раз-таки бактерий убивает. Она кислая среда, то есть она предназначена, скажем так, обеззаразить тот продукт, который в вас попал. И поэтому восполнение микробиома, ну, оно достаточно медленное, достаточно сложное. То есть на это могут потребоваться годы, поэтому на этапе перехода всем советую юзать витамин B12. Обязательно. Вот. Это не сложно, это не критично. Раз в год таблетки под языком рассасываете, спрей шпыкаете и все, как бы... Вот такие вот дела. Поэтому с лектинами, если ты употребляешь злаковые, если ты на веганстве... Ой, это я не знаю. Это, короче, я скину потом книжку в чатик, там подробненько прочитаешь. Просто для меня эта инфа не столь актуальна. Я как бы для себя определил, да, что в критичных условиях, скажем так, я буду поедать только зеленую гречу. И я знаю, что там лектины при проращивании разрушаются, подавляющая часть, и фитиновая кислота тоже. Вот, поэтому это совершенно не критично. А про все остальные нам несложно сказать. Знаю, что пшеница вредная, там особо ничего не поможет. Знаю, что этот амарант, который все рекомендуют, тоже дохера фитиновой кислоты. А ульна тоже дохера. И самое херово, что в ульне практически нет фитазы. То есть ты хоть проращивай, хоть не проращивай, будет дохера фитиновой кислоты. Ты вроде бы лен ешь, да, в нем много микроэлементов, в нем много всякой полезной херни, а ничего не усваивается. Плюс, минус фитиновой кислоты не только в том, что она блокирует усвоение определенных микроэлементов, она еще высасывает кальций из твоего организма. Потому что, когда она попадает в кровь, да, единственный способ от нее избавиться, это как раз-таки связать ее с молекулой кальция. И поэтому она высасывает кальций из костей. Отсюда, как я уже сказал, поэтому африканские дети рахитные. Потому что жрут пшеничные лепешки, кукурузные лепешки, а что то, что то дерьмоще, дерьмище, херова куча фитиновой кислоты, херова куча лектинов. Вот такие дела. Если бы эти африканцы питались фруктами, никакого бы рахита у них бы не было. К кокосовому маслу отношусь, да, нормально, в принципе. Сам я его не ем, но ничего в нем плохого не вижу. Вот я о том и говорю, что некоторые худеют на жире, чтобы запустился кетоз. Я пока, ну, не до конца разобрался в этой теме. То есть это мою картину мира, скажем так, подшатывает. Все, света нету. Не все лектины разрушаются при термообработке. Пшеничный глютен никуда не деется. Можно, ну, хлеб, скажем так, тот же есть, там будет дохера лектинов. У негритосов низкий D может быть только в условиях городского проживания.
В Африке же я говорю именно о тех, которые, ну, на открытом пространстве живут, то есть в своих деревнях. У них не может быть там дефицита витамина D. Это вот как раз проблема во всех вот этих злаках, орехах, арахис они тот же жрут, ну, очень дофига, тоже дохерища фитиновой кислоты. То есть, по сути, происходит перманентное микроэлементовое голодание, когда ты сидишь на этом говне. Казалось бы, арахис богат микроэлементами, кукуруза богата, пшеница богата, келатоны, там, железо, марганца, цинка, всего дохерища. Ты смотришь эти составы, ты думаешь, охереть, сейчас я съем, и мой организм кайфанет. А по итогу ты ничего не получаешь. И вот годами ты находишься на голодании, потом у них сыпятся зубы, у них проблемы с костной системой, соединительной тканью и так далее. Но я согласен с тобой, что дефицит D, да, у них наблюдается в городских условиях. Был даже эксперимент, когда один чувачок, врач из Нью-Йорка, врач один из Нью-Йорка проводил эксперимент, он взял вот этих рахитных негритят из гетто, которые, кстати, жрали быстрые завтраки, хлеб. И про, ну, что едят бедные дети? Макароны, хлеб, везде, где дохуища фитиновой кислоты. Все эти злаки, где вот кукуруза, да, расплющенная, овес расплющенный, там тоже фитиновой кислоты дохерища. Пшено и прочее всякое это дерьмище. С молоком еще они это жрут, там в молоке херова куча тоже тех же лектинов. Помимо этого, казеин, который, по сути, действует как лектины. Когда он проникает через кишечный барьер, он также вызывает аутоиммунные заболевания. В общем, вот у этих, скажем так, детей с дефицитом витамина D, он целый месяц выводил их на крышу загорать, где-то по полчаса-часу, и через месяц их вот эти остеопорозные ноги, они проходили. Вот такие вот дела. Но и он еще корректировал питание. То есть он также старался убирать все вот эти злаковые и прочие хренати. Смотри, греча. Я на прошлой трансляции объяснял. Если она у тебя имеет кислый вкус, это замечательно, это ферментация. Вот просто прорастить гречу, этого недостаточно. Надо, чтобы она стала кисловатой на вкус. И, как, то есть она стала кислой, почему? Потому что ее бактерии начали жрать. Тоже вот капуста, почему квашеная становится кислой? Потому что ее, опять же, пожирают бактерии. Также и с гречей. И вот у племян, в племенах, которые вот, скажем так, жрут именно ферментативные крупы, у них со здоровьем все замечательно. Потому что ферментация в значительной степени снижает и вот эти лектины, и фитиновую кислоту. Именно поэтому многие индусы, у них там есть рецепт, где они делают кукурузные лепешки, они сперва эту кукурузу замачивают очень долго, затем они ее проращивают, а затем заливают молочной сывороткой, ну, кефиром, и ферментируют это еще неделями. Хер знает, почему они так делают. Может быть, ради вкуса, да, они не знают, может быть, что там есть фитины и прочее. Но это как раз-таки позволяет им иметь более качественное здоровье. Тем людям, которые вот именно так приготавливают злаковые. А те, которые, скажем так, употребляют в сыром, да, как кукурузу. Кукурузу же очень легко в сыром виде есть. Вредно, что пиздец. И опять же, это чувствуется. Вот из всех злаковых, из всех ореховых, какие ни возьми, самое хуёвое мне от кукурузы. Я не так давно, этим летом, купил один початок, когда я вот как раз ознакомился со всеми этими трудами, мне стало интересно. Потому что я помню, что на этапе перехода мне было херово. Я съел одну кукурузу, ну, вот этот один початок, и меня сразу потянуло в сон. Когда я проснулся, херово было, сонливость, чуть температура повышенная, ну, тупняк, вот, видно, что идет отравление. Я всегда полагал, что дело в белке. Нет. Когда я ем сильно пророщенную гречу, желательно, когда она уже начинает кислить, ну, не так херово. Далеко не так херово. То есть, и ты понимаешь, что все дело как раз в фитиновой кислоте и вот в этих ебучих лектинах. А вот эта кукуруза, мало того, что в ней и без того лектинов было до хера, это же еще ГМО-продукт. Туда еще херово кучу лектинов добавили. Потому что это массовый продукт. Также и в пшене, это все ГМО, также и соя. Соя это один из самых опасных, там, это аллерген такой же, как и арахис. Там лектинов херова куча. Все это делается, но поскольку это же массово выращивается, чтобы бактерии не жрали, то есть ну, ни одна бактерия не может эту хрень сожрать, ни одно насекомое. А потом люди жрут. Отсюда и возникают проблемы по многим фронтам. Как я уже сказал, ревматоидный артрит, все эти диабеты и прочая херня, когда у тебя поджелудочная разрушена просто потому, что ее иммунитет позже отпиздил, когда у тебя проблемы с хрящами,
когда у тебя начинают атаковать, когда у тебя с костной тканью проблемы, с коллагеном в глазах, там, я не знаю, куча-куча других факторов. Вот. Ну, а чтобы греча, в принципе, у тебя быстро не тухла, то, опять же, ну, можешь ее промывать почаще. Самое главное, чтобы на грече не было плесени. Хотя, опять же, она не столь критична. Та плесень, которая жрет гречу, это, ну, короче, это капля в море. Она не особо токсична. А то, что греча кислит, это, короче, норм. Так и должно быть. Нет, тема лектинов ни хрена не раздута. Это, опять же, это просто желание, как сказать, ну, выдать желаемое за действительное. Еще раз, жрать крупы, жрать орехи и семена – это не видовуха. Вообще ни хрена. То есть гораздо более, там, я не знаю, ну вот тут каких-нибудь моллюсков и улиток сожрать тебе гораздо будет проще, чем какие-нибудь семена. Потому что многие семенные растения, мы вообще из Африки, да? Я надеюсь, никто в этом не сомневается. Все посленовые, подсолнух, помидоры, баклажаны – любая херня, где херова куча лектинов, это все из Америки. Из Южной Америки. У нас этого нет. То есть, ну, мы вообще не, эволюционно не предрасположены эту всю срань жрать. Злаковые мы тоже. Ну, пшеницу ты грызть не будешь, рис не будешь. В рисе тоже, особенно в том, который с шелухой, дохуища лектинов. Который уже отшлифован, там значительно меньше. Вот казалось бы, да, что есть вроде бы рис... Короче, вот, в общем, почитай книжку, я в Телеграм-канал я закидывал две книги, там не просто какие-то домыслы, там чувак именно ездил по всему миру, смотрел, как народы мира питаются, и сравнивал их качество здоровья. И люди, которые употребляли злаковые, вот у них здоровье было да нельзя отвратительное, и первым делом зубы все шли по пизде. Вспомните, вы когда были маленькие, у вас стопудово было дохерища кариеса. И нам говорили, что это из-за сахара, из-за того, что у нас сахар на зубах остается. Блять, у всех обезьян сахар от бананов на зубах остается. Никто из них зубы не чистит. Ни у кого там зубы не выпадают. Проблема именно в деминерализации. Когда изнутри твой организм испытывает дефицит минералов. Из-за вот этой вот фитиновой кислоты, которая мало того, что мешает усвоению определенных минералов. Плюс она выкачивает из тебя кальций. Плюс она не позволяет усвояться фосфором. Абсолютно, потому что молекула фосфора держится за фитиновую кислоту, и ты вообще его не получаешь, хотя он также необходим для зубов. И отсюда и возникает вот эта вот тотальная проблема. А в детстве мы же все жрали и кашки, блядь, овсяная каша утром, типа полезный продукт, блядь, еще с молоком. Днем мы там гречу себе варим, у которой также дохуя фитиновой кислоты, если она не пророщена, а она не пророщенная коричневая. Потом едим какое-нибудь гороховое пюре. Ну, то есть, потом посленовый картофель. И у всех детей молочные зубы, блядь, я у стоматолога раз 6 был. Все, ну, сыпались просто, как нехер делать. Вот такие дела. Микрофлора синтезирует полезные жиры. Не знаю, откуда ты эту информацию взял. М-брокколи, я не знаю такого чувака. Я вообще, ребят, в сыроедную тусовку, я не слежу за ней. То есть мне эта тема, ну, особо не интересна. Как относишься к БАДам? Ну, смотря каким БАДам. Да, то есть, допустим, те же лисички противопаразитарные, к ним отношусь положительно. Но... блять, ребят, у нас сейчас просто трансляция опять прервется, я поэтому начинаю тупить. Осталось 2 минуты. Короче, к БАДам я отношусь положительно, смотря какие это. Там, не знаю, какие-нибудь листички, B12, витамин D, это в обязалочку, если вы не на экваторе и не в тропиках живете, вам каждую зиму и весну обязательно D3 форму надо юзать. И в больших количествах, то есть как минимум от 20 международных единиц в день. Это долгая тема, ребят, сейчас пока не хочу этого касаться, просто можете поверить на слово, можете погуглить, поизучать. В общем, витамина D надо гораздо больше, чем его рекомендуют. Ну, насчет того, что умеет там синтезировать персик, не знаю, не изучал. Там, где качественные фрукты, как на Бали, да, там гречка как бы и нафиг не нужна. Блять, говорит, я искажаю информацию о коале и обезьянах. Посмотри лекцию Дробышевского про приматов. И он там разбирает, сколько их там, 400 видов, по-моему, на всей планете, если не больше. И он там разбирает каждого. И у всех абсолютно разный вид питания.
Я пробовал ежевик гребенчатый, но я перестал ухавать, потому что он термообработанный. То есть я с него дристал, мне некомфортно было. Поэтому сложно какой-то отзыв дать. Если бы был сырой ежевик гребенчатый, я бы с удовольствием бы попробовал. А вот этот, у меня даже пачка, кстати, валяется, блин, не знаю, куда деть. Я не люблю критику от долбоебов. Это большая разница. Там в Телеграме сидят люди, которые, ну, постоянно меня критикуют, и я их не баню. Там один чувачок еще был, который, ну, так на меня негатил, при этом я его не забанил. Потому что он не нес хуйню, а он именно, скажем так, гадил именно в мою сторону. То есть меня это не цепляет, когда гадят в меня. Меня именно напрягает, когда начинают нести какую-то хрень, которая может навредить другим людям. И про ту же Калу, я не знаю, вбей на Википедии, блядь, что она там живет. Сейчас, ребята, привет, трансляция, надо заново перезайти. Вот чувак говорит, что коалы не питаются, ну, в смысле, питаются не исключительно, блядь, короче, не только эвкалиптом. Уже три вкладки открыл. Везде речь идет о том, что они поедают исключительно эвкалипт и его побеги. Причем эвкалипт, который, ну, чертовски токсичен. Да, она имеет определенный микробиом, который абсолютно отличен от нашего. Там синильная кислота содержится, которая, кстати, есть в дуриане, и поэтому от него так херово. Плюс, ну, то есть она жрет те листья, которые чертовски для нас токсичны. Есть приматы, которые жрут другие растения, тоже токсичные. Я не помню, там какая-то обезьянка есть, которая хавает вид растений, который при брожении в ее желудке... Короче, продуцирует такое количество алкоголя, что это выглядит примерно так, что за один прием пищи она выпивает литр водки. Но ее печень, ее организм настолько устойчив к алкоголю, что она даже не пьянеет. Вот такой вот прикол. То есть все виды на планете абсолютно одинаковые. У всех пищеварительная система заточена под определенные продукты. И мы заточены именно под плоды. Иногда можем подъедать, допустим, ту же зелень какую-нибудь. Но опять же, вкусную найти достаточно проблематично. Я помню, в детстве ел, у меня бабуля выращивала, как же он назывался, золотое дерево, кажется, или как, такие кислые, сладкие, кисло-сладкие листья у него такие были, толстые и мясистые. Нет, не лимонное дерево, короче, я не помню. Но, в общем, это было прям вкусненько, то есть я бы такие листья ел бы с удовольствием. Я на прошлом же рассказал, на прошлом часу, как квасить капусту. Так что потом на ютубчике пересмотришь. Если шо. Так, в смысле, вопросиков нету. Что-то я, как всегда, вообще не в ту степь шел, начал про пагубность капиталистической системы, и в итоге все скатилось до сыроедения. В общем, я рекомендую всем ознакомиться с проектом Венера на Ютубе и переосмыслить свои ценности. И в следующий раз, когда вы там будете выходить с плакатом «Защиту животных», стоит задуматься, не хернёй ли вы страдаете. Потому что пока есть кредитно-денежная система, скотобойни будут. Потому что первое, на этом зарабатывает производитель. Второе, это выгодно медицинской индустрии, потому что от животной параши люди и болеют в большинстве своем. И медицинская индустрия может заработать. Поэтому она никогда не будет публиковать какие-то исследования, да, на тему вреда животных продуктов. То есть это... замкнутая система, да, которая, по сути, ну, крайне деструктивна. То же самое с развитием технологий связано. Сейчас вообще то, что дальше нас ждет, да, при нынешней системе, это полная жопа. То есть будут вводить, скажем так... Ой, блядь, сбился с мысли. Вводить автоматизацию, но при этом людям это лучше становиться не будет. Потому что будет, скажем так, сужаться тот профиль профессии, который они, во-первых, могут выбрать, а второе, никто им базовый доход включать не станет. Потому что, как вы это себе видите, допустим, сейчас в ближайшие 10 лет стопудово профессия водителя канет в лету. По крайней мере, в развитых странах, да, в Европе и США. Потому что, ну, автопилот Илона Маска, я думаю, уже станет максимально крутым, ну, в ближайшие, может быть, несколько лет. Да, потому что технология, чем дальше мы движемся, тем быстрее мы развиваемся. Это важно понимать. Мы движемся нестабильно, а в геометрической прогрессии растем. И если... То есть за последние 50 лет мы скакнули так в технологиях, как не скакнули за всю историю тогда. Ну, за все время, которое было до этого. А это были там, ну, сотни тысяч лет. Да?
И сейчас с каждым годом научный прогресс, он все быстрее и быстрее начинает ускоряться. Поэтому всех водителей, таксистов, дальнобойщиков, там, все прочие, которые с этим связаны, будут заменены автопилотом. Люди потеряют работу, кому-то придется переквалифицироваться. И, соответственно, рынок труда будет становиться все уже и уже. То есть будет выше конкуренция и будет сложнее найти работу. В общем, ни хрена хорошего не ждет при капиталистической системе. То есть технологии, они, наоборот, будут вредить. В системе же адекватной, да, которые вот в проекте Венера, технологии бы, наоборот, людям помогали. Освобождали бы их время и так далее. Вот сейчас, несмотря на то, что технологии развиваются, многие заводы в Америке вообще без людей работают. Да, там один чувак есть, который ходит, следит за... Да даже не то, чтобы ходит. Он из дома может за всем этим следить. И периодически он, скажем так, это следит за всей этой херней, там даже где-нибудь издалека, за всеми этими технологиями, но рабочий день не укорачивается. Обратите на это внимание. Люди как работали много, так и работают. Почему? Потому что это выгодно власти мужчин. Потому что человек должен с утра до вечера пахать, чтобы у него не было времени задуматься о, скажем так, это, о своей жизни и о том пиздеце, который вокруг происходит. Я не знаю, что за мистер Брокколи. Ну, может быть, я его видел, но и ник ни о чем не говорит. То есть, не знаю. Нет. Вот смотри. Если ты, допустим, заболела, у тебя какая-нибудь херня там приключилась, лучше пойти к врачу, пить таблетки и заглушать эту проблематику, либо решить ее раз и навсегда. Например, перейдя на более качественный вид питания. Ну, ответь себе. Так вот, тут то же самое. Вместо того, чтобы выходить с плакатами в пользу животных, надо выходить с плакатами и топить за проект Венера. Распространять эту информацию, делиться со своими друзьями веганами. Потому что если бы все люди на этой планете топили за этот проект, все веганы, вместо того, чтобы защищать животных, топили бы за проект, то априори это бы значительно повысило шансы на спасение животных. Вот сейчас, смотри, при капиталистической системе, как ты себе представляешь, давай вот на секунду, на всей планете, во всех странах принят закон о том, что животных, ну, все, нельзя, скотобой не запрещены. Во-первых, такое, ну, крайне маловероятно. Да, если мы будем мыслить объективно, вероятность того, что хотя бы в какой-нибудь Украине ведут такой закон, ну, она очень маленькая. В ближайшие 50 лет этого не произойдет. А даже если и произойдет, хорошо, в Украине перестали убивать животных. Но их убивают и эксплуатируют еще где-то в 190 стран на этой планете. Угу. Ну, окей, представим, что на всей планете все запретили скотобойни. Куда девать животных? В США, только в одной США... На каждого человека приходится по корове. Только одних коров столько же, сколько и жителей США. А теперь еще представим свиней, куриц, лошадей, баранов и овец. Куда их девать? Вот все, веганы, животных, все, мы все такие благостные, не убиваем. Каждый человек на попечительство себе их возьмет. Но это невозможно, ты корову себе в квартире не поселишь. Просто выпустить их на природу, пусть они как бы там живут, развлекаются. Они сломают всю экосистему. Они будут как паразиты. Они пожрут все культурные растения у фермеров. Они будут приходить на ферму, жрать ту же кукурузу, другую траву. Они начнут щемиться в города, мешать транспорту. 300 миллионов коров, а еще свиньи, овцы. Они будут мешать другой экологической нише. Пойми, если такое колоссальное количество коров выйдет в природу, они же еще и плодиться начнут, как бешеные. Они же будут трахаться и трахаться. Не просто так, ведь многие охотники отстреливают определенные виды животных. Потому что когда будет совсем большое количество, ну, понятное дело, что там другой мотив, но вот именно конкретно с этими коровами они, ну, начнут плодиться, как бешеные. И они будут все уничтожать. Они будут отнимать еду у кабанов, у диких оленей. Потому что, ну, они будут смещать их с экологической ниши, с этой. Будут объедать, оставлять после себя абсолютно пустые поля без травы. Такие колоссальные стада. Ну, то есть, я даже не могу представить, вот в природу взять и выпустить 300 коров только в США, и же по всему миру дохища. А в Австралии коров только в Австралии на 40% больше, чем всех людей в Австралии. Ты можешь себе представить? Потому что Австралия очень много говядины экспортирует. Как там быть? Там и так везде пустыня.
там с растительностью беда. Ну, то есть, что с ними делать? Только утилизировать. Поэтому, если ведут такой закон, который запрещает поедать мясо, вот этих всех, конкретно тем животным, ну, люди никак не помогут. Их просто всех убьют. И это неплохо. То есть, с той точки зрения, я тоже за. Я за веганство. Я хочу, чтобы этот пиздец закончился. Ну, не для того, чтобы там спасти животных. Хотя это тоже. Но, как ты видишь, это невозможно в капиталистической системе помочь конкретно тем животным. Я хочу, чтобы просто вот это безумие закончилось. Когда животных убивают, эксплуатируют, потом жрут их трупы. Это просто тупо. Это мерзко. Это отвратительно. Это настолько же мерзко, как ГУЛАГ и Освенцим. Именно поэтому я хочу, чтобы люди перестали убивать животных. Но с рациональной точки зрения, именно помочь им там, спасти жизнь, ну, оно практически не представляется возможным. Вот такие дела. И проект Венера, когда не будет капиталистической системы, когда будут, наконец-то, объективные исследования от медицинской индустрии, когда они скажут, что молоко и мясо – это вредно, это ведет к смерти и к различного рода дегенеративным заболеваниям, вот тогда-то да, люди и откажутся от мяса. Но пока есть капитализм, все будут рассказывать об его пользе с телевизора и так далее. Поэтому я рекомендую не с симптомами бороться, это бессмысленно. Когда ты на традиционном питании пьешь всякие таблеточки, что толку? Я рекомендую именно изучить проект Венера и вместо веганства, вместо плакатов с веганской тематикой, рассказывать о нем. Также вот, говорю, вот эти все люди, которые там варятся в политике, оппозиции и так далее, которые там Путлера свергают, Лукашенко и так далее. Вот смотрите, в Украине свергли своего пидораса, и чё? Пришел другой пидорас, а потом сейчас уже третий пидорас. Толку-то? Нужно менять систему образования, которая бы формировала у людей качественные ценности, делала бы их более разумными. И тогда бы общество, скажем так, функционировало бы здраво. Потому что все упирается в образование. Путлер такой жестокий и жадный, просто потому что он тупой раз, а второе у него было дерьмовое детство. При дефиците. Поэтому чем более, скажем так, изобилующая ресурсами будет среда... Вот, допустим, это же опять же элементарно. Посмотрите на Швейцарию. Где самый низкий уровень преступности? В богатых странах. Швеция, Швейцария, Норвегия. Где люди живут хорошо, там нет необходимости грабить, убивать, мошенничеством заниматься. Людям ресурсы нужны. А чем ниже уровень жизни, тем общество более агрессивное, тупорылое и так далее. Поэтому, если мы хотим искоренить преступность, нам надо создать изобилие. Можно ли это сделать? Да как нехуй делать? То есть, это проще простого при нынешних-то технологиях. Раньше на кукурузном поле там херово куча негритосов торчала на плантации. Сейчас нужен один комбайн уже без человека на автопилоте. Все. Также многие заводы, все автоматизированы. И в богатых странах, ну, подавляющая часть заводов уже все, без людей вообще. А бедные страны это себе позволить не могут. Технология есть, ресурсы для ее производства есть, но у них нет цветной бумаги, чтобы себе позволить те же самые технологии, чтобы все это можно было бы автоматизировать везде и начать наконец-то жить. То есть именно такая система решает колоссальное количество проблем. И если мы хотим... вот со всей этой политической хуйней, да, разобраться, убрать весь этот биомусор у власти, всякие войны, голод, нищету, все вот это лицемерие, где нам врачи пиздят, политики, учителя те же. Да, что такое российский учитель? Это, по сути, ну, просто она идеологизирует пропагандой ребенка, который потом дрочит на Россию, не понимая, что объективно это дерьмовая страна по всем фронтам. И с точки зрения экономических реалий, политических, с точки зрения менталитета населения и так далее. То есть, ну, не объективное восприятие уже у ребенка. Поэтому-то его школу и нельзя отдавать. Нужно формировать масштабную картину мира, показывая ему разные страны, да, чтобы ему было что сопоставлять и изучать историю разных стран. Вот такие дела. Поэтому проект Венера, его изучение... делиться информацией об этом, это вот и будет решением большинства проблем. Поэтому все веганы, которые сейчас выходят с плакатами за спасение животных, если бы они выходили топить за проект Венера, это, ну, мы бы давно к этому пришли. И те, кто сейчас против Лукашенко, да, там в той же Белоруссии мучаются, если бы они топили не за Лукашенко, а за проект Венера,
Опять же, ну, было бы другой результат. Потому что сейчас, ну, опять придет какой-нибудь пидорас. Сейчас Путлер ведет войска. Ну, ни хера хорошего там не будет. Очень низка вероятность, что там все будет классно. Потому что в Армении особо ничего не поменялось. Да, люди особо лучше жить не начали. В Украине то же самое. Единственная Грузия, да, в этом плане феномен. Там стало получше, но опять же, не намного, ребят. Сама капиталистическая система — это рабство. Ну хорошо, у грузинов уровень жизни стал, ну, предположим, в два раза лучше. И чё? Ты такой же раб, который прожигает единственные драгоценные часы своей жизни, торча с утра до вечера на работе. Ты до этого зарабатывал $1000, сейчас ты зарабатываешь $2000. Но это так же с 9 утра до 6 вечера. Это единственная жизнь. Не надо мне сейчас свою шизотричную хуйню про душу, про рай, про прочий бред пихать. Ты ебучее животное. Твоя жизнь так же ни хрена не значит, как и жизнь тех бактерий, которых я сожру, которые мне капусту квасят. И сейчас есть возможность единственная получить удовольствие, насладиться этой жизнью, путешествовать, влюбляться, образовываться, образовывать других. Но человек сидит либо на кассе, либо в офисе, либо работает грузчиком, да неважно. Выполняет абсолютно монотонную, неинтересную, тупорылую хуйню. И, естественно, такому человеку единственная его отрада, да, прийти домой, нажраться максимально какой-нибудь вкусной, жирной, традиционной еды, которая его отупит, позволит забыться от этой дерьмовой жизни. Ну и плюс к этому сигареты, алкоголь, которые также позволяют понизить стресс, да, убежать от реальности. Ну, что хорошего в этой системе? Даже если ты мелкий предприниматель, это... Да, ты будешь зарабатывать больше, чем люди на традиционной работе, но ты также прожигаешь свою жизнь. Особенно, если ты занимаешься тем, что тебе не нравится. А в 90% случаев так и бывает. Очень большая редкость, когда вы действительно находите то дело, от которого кайфуете, и при этом еще зарабатываете. Да, вам кажется, что это очень частое явление, потому что вы читаете всякие бизнес-книги на эту тему. Но важно понимать, что все вот эти бизнес-книги пишут только те, кому повезло и у кого получилось. А таких единицы. Вот, допустим, да, мне очень понравилась такая шикарная фраза, вот все вот эти бизнес-книги, да, по типу от Стива Джобса и так далее, их читало большое количество людей. Они же там дают рекомендации, верь в себя, мысли материальные и прочее, всякая тупорылая параша, которая не работает. Раз такое количество людей эту книгу читало, почему так мало миллиардеров на планете? Или даже миллионеров? Да, многие читают, а толку-то никакого. Поэтому люди, которые занимаются коммерцией, если объективно так посмотреть, те, кто проебываются, их примерно 97%. Есть статистика, это не мои домыслы, не мои рассуждения. В моем посте в Инстаграме я писал об этом. Можете загуглить. Есть исследования в Европе, в России. В России 97% бизнеса закрывается в течение 3 лет. Вдумайтесь только в это. Из 100 человек 97 в течение 3 лет проебется, банкротятся люди. И вам говорят, что капитализм — это свобода, что ты можешь разбогатеть. Ну иди попытай удачу. Это примерно то же самое, как пойти в казино. В Европе и США дела не лучше обстоят. Да, там, скажем так, успешного бизнеса, ну, не 3%. Ну, пускай даже процентов 8-9. Так все равно 90 человек проебывается. И лишь 10 преуспевают. И они же проебываются не просто, что они попытались, у них не получилось, они банкротятся, они в кредитах, они становятся бомжами. Посмотрите в Лос-Анджелесе, я забыл, как эта улица это называется, где куча людей в палатках живут. Вот вам и капитализм. Это мерзкая, отвратительнейшая система. Безусловно, она лучше всех тех, которые были. Она лучше феодализма. Она лучше, ну не знаю, какие там еще у нас были идиотские, рабовладельческого строя. Но это говнище по сравнению с тем, что может быть. Это вот как с образованием. Безусловно, европейское образование намного лучше, чем постсовковое. Но если я с высоты, да, с нынешнего полета буду говорить с каким-то среднестатистическим европейцем, он для меня будет точно таким же биомусором. Ничем не будет отличаться. Да, он будет там, ну, на 15-20% разумней, чем человек с постсовка, среднестатистически. Но не намного. Так и тут. Поэтому очень важно ознакомиться с проектом Финера и распространять эту информацию. Там, поймите, это очень глубокая тема. Там недостаточно будет просто лекции построить. Это все еще надо понять. Там все базируется не только на технологиях, как многие думают. Это принципиально другой образ мышления. Это понимание бихевиоризма.
то, что формирует человеческое поведение. Да, вот многие говорят, там был такой эксперимент, как-то Вселенная 20... Как она там? Вселенная 28 вроде называлась. Короче, неважно, вы поняли, о чем я. Эксперимент с мышами. И там вот говорилось, что якобы вот мыши, ну, при изобилии, наоборот, передохли потом все. Так встает вопрос, а человек это мышь, что ли? Что за тупорылое сравнение? Мы разве не можем договориться, мы не можем скооперироваться, мы не можем эффективно распределять ресурсы? Серьезно? Я уже объяснил, что в самых богатых странах люди самые разумные рас, самые толерантные, самые добрые и, ну, самые свободные. Кто из вас не хотел бы жить в Норвегии? А в Швейцарии, а в Швеции, а в Дании? А кто из вас хотел бы жить в Аргентине? Или в Бразилии? А? Или Папуа-Новая Гвинея? Или Филиппины? И я сейчас не про острова говорю, а про реальные Филиппины. Про города, где возле продуктовых магазинов стоит солдат с оружием. Почему? Потому что это настолько нищая страна, что приходится охранять продуктовые магазины. Кто-нибудь знал об этом? Посмотрите документальные фильмы про Филиппины. Там с телефоном по улице нельзя идти. Вот такие дела. И поймите, что при капитализме все жить хорошо не могут. Это сама система так устроена. Ты никак за эти рамки не вырвешься. При капитализме только маленькая часть. То есть счастье одних базируется на несчастье абсолютного большинства. Если в рамках одной страны есть безумно богатые люди, да, ну там 1% может быть, а все остальные хуй сосут, так вот точно так же на всем земном шаре. Хорошо живет только Австралия, западные европейские страны, США, Канада, все. Ну и Арабские Эмираты, да, и которые там рядышком еще, которые богаты нефтью. И то не все, опять же, в этих странах. В той же США, несмотря на то, что это очень богатая страна, есть люди, которые живут очень херово. То же самое и в Европе, в определенных странах. То есть капитализм, это сама система подразумевает то, что изобилие ресурсов... Но эта система построена на дефиците. То есть, вот, допустим, Билл Гейтс, который там сбрасывает помощь, да, тем же африканцам, гуманитарную, это лицемерие, ребят. Толку от этого нет никакого. И если бы он действительно хотел им помочь, он бы, первое, он бы строил школы, которые бы их образовывали с точки зрения сельского хозяйства. Второе, он бы поставил у них установки, которые конденсируют воду из воздуха. Либо же прорыл каналы, да, чтобы Африку пронизывали вот эти речные сосуды, которые бы позволяли заниматься сельским хозяйством. Иначе говоря, он бы дал им удочку, а не рыбу. А сейчас то, что он сбрасывает эту гуманитарку, толку никакого. Они ее сожрали, и что дальше? Почему так делается? Да потому что им нужна дешевая рабочая сила. Все вот эти алмазы, которые тупорылые европейские пёзды потом на себе таскают, они добываются африканцами, которые рискуют жизнью, лазят вот в эти шахты. Да, там смертность просто колоссальная на этих шахтах. Добывают. Вот посмотрите «Кровавый алмаз» с Ди Каприо есть. Довольно хороший фильм. Он правдивый. Все так и есть, все так и происходит. И по сей день так все происходит. И вот эти африканцы, которые добывают алмазы, которые потом в Европе стоят там сотни тысяч долларов, они получают зарплату там центы какие-то. 30-50 центов в день. И так во всех бедных странах. Поэтому, когда вам говорят, что вот, все страны сейчас заживут хорошо, такого быть не может в капитализме. Принципиально не может. Потому что Nike, который много зарабатывает, который потом много налогов платит государству, и за счет которого потом население живет хорошо, ему выгодна вот эта нищая рабочая сила в других странах. За счет нее у него как раз получается такая высокая наценка, такая высокая прибыль. И поэтому так эта система и работает. Вот такие дела. Поэтому, еще раз повторюсь, необходимо изучать проект Венера. Для начала, чтобы ее реализовать, все должны быть осведомлены о нем. Я даже не хочу дальше заходить. Для начала все должны быть осведомлены раз, и второе, должны понимать концепцию. Потому что просто знать о ней и действительно ее понимать, это небо и земля, ребят. Угу. Поэтому очень важно понимать концепцию бихевиоризма, как формируется человеческое поведение и так далее. Если вы этого не знаете, да никак к нему не прийти. Поэтому так важно, чтобы вы сами в этом во всем разобрались и все хорошо поняли. Затем своим знакомым рассказали. И уже только потом мы можем говорить о том, как это реализовать. А сейчас, пока подавляющая часть людей конченые дегенераты, это невозможно.
Они передохнут на островах. Коровы. Был эксперимент, когда завезли оленей на остров. Поскольку там не было естественных хищников, они все перетрахались, наплодились очень интенсивно, сожрали всю траву, а потом сдохли с голоду. Можете опять же вбить на ютубе. И, кстати, очень часто такой вопрос задается, да, как же контролировать популяцию людей в проекте Венера? Что, типа, если будет изобилие, да, если люди не будут работать, как тогда сделать так, чтобы не было перенаселения? Через образование, ребят. Образованные люди не плодятся. Опять же, это подтверждается экспериментальным путем. Смотрите на Европу, она, условно говоря, вымирает. А кто больше всего плодится? Африканцы и тупорылые мусульмане. Да, чем тупее человек, тем больше у него детей. У человека же разумного они, ну, максимум создают одного ребенка. А зачастую берут из детского дома. Ведь, опять же, тупой человек, у него же куча предрассудков в голове. Он думает, что ребенок из детского дома будет каким-то не таким, он будет больным, либо тупым, да? Модель поведения через генетику не передается. И это понимает только человек образованный. Долбоебы же думают, что вот я сейчас из детского дома возьму ребенка каких-нибудь алкашей, и он у меня будет типа дегенератом. Если он с ними жил какое-то время, безусловно. Но если это маленький ребенок, который еще не успел напитаться этой средой, он не будет. Он будет таким, каким ты его слепишь. Да, какие ценности ты в него вложишь, какое образование ему дашь и так далее. Поэтому чем разумнее люди будут в проекте Венера, тем ну, не потребуется никакой контроль рождаемости. Потому что большинство, наоборот, разумных людей они детей даже не заводят. Если я не ошибаюсь, у Леонардо да Винчи их не было. У Теслы их не было. Насчет Эйнштейна я точно не уверен. Ну а если и был, то, наверное, один. А плодятся по 8, по 10, по 15 детей. Тупорылые люди. Мусульмане, африканцы, в Южной Америке люди. Которые нищие, у которых отвратительное образование и так далее. И лично я буду брать ребенка обязательно из детского дома. Но только тогда, когда я разбогатею. Ну, относительно, да, чтобы у меня хоть какая-то финансовая независимость была. Вот, если же этого не произойдет, я и не буду брать детей. Зачем мне плодить нищету и тупость? Я должен быть свободным от всякой хуйни, чтобы я мог посвящать свое время занятию с ребенком. А это я смогу делать только при том условии, когда у меня будет дохера бабла. Если я сейчас заведу ребенка, ну, блин, я не смогу ему много, достаточно времени уделять, чтобы вырастить разумную личность. Поэтому и не буду заводить. Вот такие дела. Все так и есть. Родитель тот, который воспитал. Плюс в детском доме можно выбрать ребенка с качественной генетикой. Опять же, если ты не тупой, это видно. Ты видишь качество коллагенового волокна. Вот многие говорят, а вдруг ребенок больной? Как вы знаете, кто опять же читал того же Колина Кэмпбелла, он знает, что рак – это не генетическое заболевание. Лишь в 2-3% случаев, да, это является заболеванием генетическим. Все остальное – это следствие питания. Всего лишь 2-3%. И в детском доме ты можешь посмотреть на ребенка, на качество волос, на качество кожи, то, как он мыслит, да, насколько быстро обрабатывает информацию, то, как он говорит. Все. И ты как бы выбираешь ребенка, ну, наоборот, ты даже можешь взять из детского дома ребенка с генетикой более качественной, чем ты бы даже мог ему дать. Угу. Вот такие дела. Дальше ты уже просто обучаешь его, вкладываешь ему всякие ценности и все. Еще раз говорю, вот если вы сейчас вот начнете наблюдать за всеми своими знакомыми, начнете ковыряться в вашем прошлом, любые ваши нынешние реакции, любые ваши нынешние ценности, это все следствие вашего прошлого. Ничего не берется из воздуха. Каждый человек – это продукт своей среды. Информационного фона, образования, родственников, друзей, школы, фильмов, которые он смотрел, книги, которые он читал, игры, в которые он играл. Все это формирует вас как личность. Либо наоборот, как тупорылый системный биомусор, который ничем по большому от других людей не отличается. Системно-векторная психология – это абсолютно тупорылая и несостоятельная херня. Это, я даже не знаю, что тут нужно объяснять. Она говорит о том, что, типа, есть какие-то там, я забыл, анальные, типа, чуваки, которые много сидят, и, типа, короче, это чушь, системно-векторная психология. Есть лишь среда, которая формирует твои взгляды и ценности. В
Все верно. Если не найду девушку, то возьму ребенка из детского дома. Более того, я наоборот хочу взять ребенка без девушки. Потому что я крайне сомневаюсь, что смогу найти ту девушку, которая будет, ну, хотя бы на 80% разделять мои взгляды и ценности. Ну, я таких за всю жизнь встречал, да, буквально 1-2 раза. То есть, это большая редкость. Более того, и одна оказалась лесбиянка, а другой я просто не понравился. Поэтому я, наоборот, хотел взять ребенка и воспитывать ее единолично. Потому что если у тебя будет девушка, да, которая полноценно не разделяет твои взгляды, это проблема. Ну, вот, допустим, я не хочу ребенка в школу отдавать. И не буду. А если у меня будет тупорылая супруга, которая, наоборот, считает это нужным? Как тут быть? Вот знаете, вот очень часто такое бывает, когда люди сходятся, да, когда они еще тупые. И потом один начинает развиваться в области питания, в области политики, там, психологии, еще в чем-то. А его вторая половинка остается на том же уровне. Ну это же мука, а не жизнь. Как, блядь, контактировать с этим человеком? Потом получается, что ты хочешь, чтобы твои дети были сыроедами, а твоя тупорылая супруга, либо супруг, дает им мясо, дает им шоколад, всякие торты. Опять же, нельзя детям запрещать еду, это отдельная тема. Но их нужно хотя бы подталкивать информационно, побуждать как-то. А не так, что там... Или вот когда в разводе люди, да, вот мне постоянно пишут, жалуются, что вот есть, допустим, женщина, она сыроед, да, там, ребенка, ну, или даже хотя бы правильное питание. Сыроедение — это еще не панацея. Да, как я уже сказал, если жрать всякие орехи, крупы и прочее дерьмо, это вообще не про здоровье, особенно если неправильно приготовленные. Если хотя бы, ну, вот веганы, да, с большим количеством растительности, там, зелень, фрукты и так далее. А ее супруг, с которым они не живут, она ездит на выходные к нему, и там обжирается тушенкой, соленым мясом, который просто переработано термически на херово кучу раз под большими температурами, там нет ничего, ни витаминов, все микроэлементы неорганические. Это мусор. Это все равно, что сожрать хлеб, такое же дерьмо. То есть это вообще не про здоровье. А потом все удивляются, откуда у них возникают проблемы со здоровьем. Как я уже говорил, ой, в своей прошлой жизни я, ну, ходил, посещал поликлиники чаще, нежели школу. Сейчас я по врачам не хожу вообще. Ну, за исключением, да, каких-то вот травм в виде переломанных костей. Но именно каких-то вот заболеваний с телом их нету. Да, сейчас у меня есть небольшие траблы с эмалью зубов. На мой взгляд, это связано вот как раз вот со всеми этими операциями. Потому что вся эта хрень началась после них. Все-таки видно какой-то дефицит микробиоты, дефицит витамина В12, возможно, это как-то сказалось на витамине D, потому что, еще раз говорю, зайдите в интернет, загуглите, да, стоит ли делать полную анестезию, наркоз или нет. Даже люди, традиционно питающиеся, не советуют, даже врачи не советуют, если есть выбор, местная анестезия или полная, всегда местную надо выбирать. А мне на первой операции въебали полную анестезию, раз, я под ней, операция была долгая, 2 или 3 часа я был под полной анестезией. Плюс антибиотиками еще прокололи тогда, потому что хирург не соглашался без антибиотиков. Я потом уже отказался, нахуй их послал, но до этого мне прокололи. После, когда я еще был, тупил в анабиозе, мне тоже там уколы 3-4 поставили, весь микробиом убили к херам. Я потом 2 недели ел фрукты, а они вообще, ну, выходили в том же виде, в том же цвете, вообще не переваривались. Потом постепенно начала появляться, это, ну, все равно слабее и слабее было. И потом весной я здесь опять делаю себе полный наркоз. Я до сих пор не ощущаю того уровня энергии, который у меня был до всего этого пиздеца. Ну, до сих пор этого нету. Башка так хорошо не работает. Физической энергетики такой нету. Вот настолько это вдарило сильно по организму. Ведь ебучий этот полный наркоз. Причем, ладно, еще тайский наркоз. Он еще нормальный был. Я охуел после казахстанского. Потому что ебучая казахия, потому что коррупция, стопудово дешевое какое-то сырье китайское. Вообще, поначалу мне после него было хорошо. А на следующие дни, целую неделю я чуть ли не сутками спал. Часов по 16. Вот такие дела. Опять же, с чем это связано? Капитализм. Выгодно ведь казахстанским работникам купить дешевый наркоз, где-то что-то списать и себе в карман положить эти бюджетные. Как это с дорогами происходит? Да, дерьмовые дороги у нас строят, определенный бюджет выделяют, а они берут лишь на 20% от этой суммы строят мосты, дома, неважно.
Также и с медицинской индустрией, и с образованием, со всем, везде все пиздят. У меня маманя, она работает учителем в школе. У них директриса занимается такой херней, что... Короче, вот, допустим, государство выделяет определенные зарплаты для работников, определенную денежную массу. По бумагам в этой школе числится где-то около, ну, наверное, 10 техничек, тех женщин, которые моют полы. Ну, или 15, неважно. Но на самом деле их в 10 раз меньше. И вот эта вот 1/9 часть, которая остается, уходит в карман директору. И я вас уверяю, по такой схеме действуют все директора всех школ на постсовке. Ну, может быть, есть исключения, опять же, повторюсь, исключения есть везде. Есть хорошие депутаты, просто их единицы. Вот по той же России, допустим, Фургал, которого сейчас в Хабаровске посадили, Ольга Ли. Я больше никого не могу назвать. Есть еще в этом, в Московской Думе чувак тоже типа такой якобы оппозиционный. Забыл, как его зовут. Орет еще постоянно так громко, эмоционально, жестами все это рассказывает. Ну, по мне, это просто это, фикция. Такой же долбоеб, как и Жириновский. По-настоящему хорошие депутаты, все, это Ольга Ли. Еще в Якутии была какая-то женщина хорошая. Она когда пришла, ну, ее избрали, она там, короче, продала все государственные машины дорогие, направила эти деньги в детсады и так далее. То есть, ну, вот 3 человека я только знаю по всей России, а там сотни тысяч человек в государственном аппарате. Ну и Борис Немцов, конечно, которого убили. Он тоже был достаточно с прогрессивными ценностями. Кто убил? Путлер. Этого не понимают только люди крайне тупые. Да, стримимся что-то. Чем реже я выхожу поболтать, тем потом сложнее меня заткнуть. Конечно, дефициты скажутся на ребенке. Опять же, вот зайди в мой телеграм-канал, как на него попасть, либо напиши в поисковике «территория здравого смысла», в телеграме в поисковике «территория здравого смысла», он тебе ее выдаст, либо напиши мне в личку, я тебе скину ссылку. Там я разместил 2 книги, именно научные исследования, со статистикой, с наблюдениями, все как я люблю. И люди, которые испытывали дефицит микроэлементов во время беременности, их дети рождались с более узкой челюстью. И из-за этого зубы стоят очень плотно. Это не есть хорошо. Здоровье – это когда челюсть, ну, такая более широкая, когда зубы находятся, ну, на определенном расстоянии друг от друга. Это, ну, то есть это положительно, наоборот, так и должно быть. И поскольку вот рацион матерей был дефицитный на микроэлементы, вот такая вот костная система формировалась и у детей. Вот эти плотные ряды, зубы, из-за этого зубы потом искривлялись всяко разно, там росли как попало и так далее. Потому что не хватало кальция, не хватало фосфора на построение костной на вот этой вот ткани у младенца. Дело не в генетике, именно в дефиците микроэлементов. Потому что племена были, ну, очень близки, практически одинаковые. Что те чернокожие, что эти чернокожие. Но питание разное. Одни жрали говнище, которое уже коснулось, скажем так, вот эта индустрия наша, городская. То есть сахар, белую муку и прочее всякое говно. А другие питались вот чисто дикими сезонными продуктами. Да, они ели рыбу. Да, они ели фрукты. Если они ели злаки, они их ферментировали. И там совершенно иное строение было организма. Более такое крепкое, более качественное. Поэтому питание влияет. Поэтому сейчас я тебе рекомендую обязательно заказать витамин D. Поищи с дозировками от 20, вот, чтобы одна таблеточка была от 20 тысяч международных единиц и выше. Лучше вообще бери 40 и по 2 таблетки в день. То есть не бойся, это, эти рекомендации по 1000 в день, это бредятина. Уже давно это все перерассмотрели, есть исследования, что это абсолютно нефункционально, но все равно во многих странах есть закон, что 1000 надо ограничиться. Опять же, с чем это связано? Потому что при дефиците витамина D возникают колоссальные проблемы со здоровьем. Проблемы с той же эмалью зубов. Угу. Потому что, опять же, за построение костной ткани отвечает витамин D. По сути, при дефиците витамина D, если, допустим, человека посадить в тюрьму, у него также начинается цинга. Даже если у него будут сырые продукты, из-за дефицита солнца начнет страдать кожа, костная система, зубы, волосы, ногти, органы внутренние. Все. Если человек будет продолжительное время находиться без солнца.
И кто-то сейчас спросит, а как же тогда всякие якуты? Они едят рыбу и прочие животные продукты. Где витамина D очень много, особенно в печени. Но поскольку мы не едим, у нас есть два варианта. Либо юзать его в синтетической форме, либо тусоваться на солнце. Но поскольку мы живем в умеренном климате, да, у нас нет возможности круглый год ходить налегке, нам стоит... Сейчас, секунду скажу. Нам стоит юзать, короче, витамин D обязательно в больших дозировках. Второе. Витамин B12. Также обязательно в форме метилкобаламин. Либо рассасывать таблетки под языком, либо спрей. Шпыкаешь и также рассасываешь под языком, чтобы он сразу тебе попадал в кровь. Потому что если ты будешь таблетки выпивать, толку практически никакого не будет. Его усвояемость очень-очень слабая. И обязательно форма метилкобаламин. Никакие другие. Либо можешь проколоть уколы. В той же форме метилкобаламин. Они очень дорогие, но зато эффект будет максимально эффективным. Ты с первого же укола почувствуешь эффект, насколько спокойнее ты станешь. Потому что, опять же, B12 очень сильно завязан на нервной системе. При его дефиците наблюдается такая нервозность, повышенное беспокойство и прочая всякая неприятная эрундистика. Чем выше B12 будет, тем лучше. Насчет низкой глюкозы у тебя, вот тут я не могу сказать, в чем проблема. Ну, с другой стороны, если ты не испытываешь никаких проблем, то типа, что, не знаю, короче, глюкоза вообще не запаривайся, это очень, как бы, странно. То есть, если ты, допустим, на голодный желудок и там позанималась спортом, ну, я не знаю, либо если ты ешь мало, короче, это вообще не страшно, забей. То есть, глюкоза не имеет никакого значения. B12 обязательно юзай, витамин D, и я бы еще рекомендовал заправить себя минералами. Вот пока плод развивается, тебе очень важен высокий микроэлементный состав в продуктах. А, допустим, в промышленных плодах, я вот уже на прошлой трансляции рассказывал и сегодня рассказывал, они очень бедны на микроэлементы. Поэтому сейчас в летний период очень важно покупать плоды у всяких бабулек в частном секторе. Зелень всякую, яблоки, груши, помидоры, огурцы, капусту, все что угодно. Это все должно быть с частного сектора, выращенное раз без химии, а второе – богатые минералами, которых тотальный дефицит в промышленной херне. У меня все никак руки не доходят написать пост с доказательствами, блядь, со всеми исследованиями. За последние 50 лет концентрация минералов в продуктах снизилась радикально. Там исследования идут на всяких, продуктах, на крупах, на всяких, на семенах и так далее. Там не про фрукты, но логично предположить, что с фруктами дела обстоят точно так же. Там такие числа сумасшедшие, там содержание цинка чуть ли не на 60% уменьшилось в пшенице. Содержание там железа на 30%. Так это исследование 90-х годов, ребята. Сейчас 20-й. Теперь вдумайтесь, какое содержание микроэлементов в нынешних продуктах, которые мы покупаем на агрохолдинге. Поэтому очень важно в летний период времени, вообще забываем про супермаркеты, забываем про рынки. Только бабульки, доски объявления, либо на рынках у бабулек берем. Все домашнее обязательно. В зимний период времени можно себя дозаправлять какими-нибудь минералами. Какие-то синтетические, я не могу назвать хорошие, но просто я не знаю о них. Можно использовать варианты, как у Фролова. Да, он там рекламирует свой фукус. Типа специальная форма водорослей, где типа эти минералы сохранены в органической форме. Можно его употреблять. Дорого, на самом деле пиздецки дорого, что-то 2000, да, за баночку, которую ты съешь там, по-моему, за 6 дней. Это дорого. Но, блин, пока никаких более качественных альтернатив я не нашел. Потому что если ты будешь есть любые другие водоросли, которые, казалось бы, до безумия богаты минералами, потому что океанская вода, по сути, содержит все минералы. И, соответственно, водоросли их в себе накапливают. Но проблема в том, что у нас нет того микробиома, который бы мог эти водоросли переварить. Там клетчатка, она совершенно другая. Не такая, как в наземной растительности. И это по личному опыту. Я на этапе перехода ел водоросли, как у меня уже вся растительность переваривалась, а водорослей нет. То есть они выходили в неизменном виде. Бактерии, не жрут их вообще никак. Поэтому, когда Фролов говорит, что его водоросли типа имеют биодоступную форму, скорее всего, это правда. Поэтому можно взять у него, там, я не знаю, 2-3 баночки хотя бы дозаправить себя. Вот, поэтому, потому что в момент беременности колоссальное количество требуется витаминов и микроэлементов. Вот, так что и ничего в этом плохого нет.
То есть витамин D, еще раз повторюсь, в больших концентрациях, витамин В12 тоже можно большие концентрации юзать, вообще не бойся никакой передозировки, с ним ничего этого не будет, потому что все это накапливается в печени. Ты можешь себе хоть там, в 10 раз превысишь дозировку рекомендуемую, у тебя все в печени накопится, ничего страшного не будет. То же самое с витамином D, он тоже имеет свойство накапливаться в твоих тканях. И витамин D рекомендую брать в форме плюс К2. Хотя это не столь обязательно. Если ты вегетарианка, если у тебя много растительности в рационе, витамина К2 очень много во всякой зелени. Плюс твой микробиом, если он все-таки у тебя есть качественный, он также замечательно его синтезирует. То есть это вообще не критично. Но лишним не будет. Короче, витамин D плюс К2 берешь. В12, метилкобаламин и какие-нибудь минералы. Вот. Но летом, как я уже сказал, минералы можно просто из домашней продукции извлекать. Хотя, опять же, это не столь качественно будет, как все-таки те же водоросли у Фролова. Потому что даже домашние плоды, так или иначе, там почва все равно обедненная. Ведь дачник тоже эту дачу уже может держать десятилетиями. Там, от отца к сыну передается и так далее. Солярий витамин D синтезирует. Можно использовать солярий. Я просто не могу сказать наверняка, какие пропорции, сколько и когда. Надо погуглить, поискать, но синтезирует. Нехватка гемоглобина последние два дня. Одна из основных причин – это паразиты. Да, потому что подавляющая часть паразитов, она как раз-таки пьет кровь. Соответственно, она высасывает эти кровяные клетки тельца. И вот такие вот дела. Поэтому я рекомендую, опять же, в летний период времени, сейчас ты можешь где-нибудь найти на досках объявлений Авито, Улыкс, напиши лисички и ешь их сырыми. Там где-то, не знаю, горсточку, вот такую вот горсточку ежедневно съедай лисичек на протяжении месяца. Вот, они убивают практически 90% всех разновидностей глистов. Вот, это одна из основных причин. Вторая причина, вот, анемии, может быть, это дефицит В12. Это не такая яркая, да, основа – это глисты, паразиты. Они есть практически у всех. Там, скажем так, из прошлой жизни ты ел селедку, ты ел там, я не знаю, какого всякого говна не ел. Просто если домашние животные есть, если вы их кормите всякой сырой херней, можно потом от них все это подхватить. Плюс на данный момент, да, опять же, со всяких агрохолдингов бывает зачастую дерьмецом удобряют. Особенно если страна, знаете, не такая продвинутая, как Нидерланды, а где искусственные минералы добавляют, а вот что-нибудь вот такое аграрное, как у нас Узбекистан и прочее, там просто берут коровье дерьмо бросают. Там, естественно, всякие глистов до хрящи, все это население остается, это все надо очень качественно, пассивным напором промывать постоянно, если... Но опять же, это не гарантирует, да, безопасность, скажем так. Поэтому ты можешь либо лисичек взять в таблетках, опять же, у того же Фролова на сайте есть, Юрий Андреевич Фролов, я думаю, все его знают. Можете зайти там, поискать, лисички на ютубе вбить. Вот, либо у него в таблетках взять, либо сырые. Я бы рекомендовал сырые, потому что, опять же, у Фролова дорого. Ты возьмешь маленькую баночку, которая тебе хватит дней на 10 или на 20 за 800 рублей. Когда ты можешь на эти 800 рублей себе лисичек вообще на 2 месяца понабрать. Ну, даже если не на 2 месяца, то на месяц. Ну, разница колоссальная. Вот. Помимо этого, говорят, что лисички обладают гепатопротекторным действием, то бишь они интенсивно регенерируют ткани печени. То есть ты как бы двух зайцев одним выстрелом. Ты и печени своей помогаешь благодаря этим лисичкам. Да, они невкусные. Ну, да. Вспомните, как в детстве практически любое лекарство невкусно. Но очень много исследований на эту тему, что да, они действительно убивают глистов. То есть это не из пальца высосанная херня. Поэтому рекомендую вот их взять. И второе, В12 себе купи. Все, и твоя анемия, у нас большей долей вероятности вылечится. Есть еще одна причина, тоже третья, это вот как раз поедание всяких круп, семян непророщенных, да, где херова куча фитиновой кислоты, которая как раз-таки один из основных элементов, который нас связывает, приклеивает к себе, это железо. Поэтому, казалось бы, ты ешь вареную чечевицу, вареную фасоль, где железа херова куча, но из-за того, что там очень много фитиновой кислоты, ты не получаешь железа практически нисколько. Вот такие, короче, вот эти три причины. Поэтому из злаковых только зеленая греча, сильно пророщенная, желательно, чтобы она еще кисленькой стала. Вот. Можете вообще хоть неделю проращивать. Пусть она у вас там бродит, ферментируется, она потом станет очень мягкой такой. Это вообще самый шикарный продукт. Казалось бы, да, вот многие брезгуют, типа, да, он забродил, он прокис. Блять, квашеная капуста тоже прокисшая. Кефир тоже прокисший. Любой йогурт тоже прокисший. Это просто бактерии едят. Это не критично.
Но вот эти бактерии, они как раз-таки и нейтрализуют вот эту фитиновую кислоту. И когда ты будешь поедать ферментированную гречу, когда она у тебя же прямо именно скисла, вот, имеет кисловатый привкус, это прекрасно. Вот из нее ты как раз-таки извлечешь максимальное количество нутриентов. Вот такие дела. Опять же, в Телеграме у меня на канале есть статья подробная на тему этих фитиновых кислот. Не я ее писал там с сайта, но там еще ссылки на исследования приложены внизу. И помимо этого две книги на эту тему. То есть, вот опять же, да, тут долбоеб какой-то был, как он там, фрукторианец в мегаполисе называется. То есть, это очень ЧСВшный чувак, который вот считает свое мнение, ну, максимально как-то верным. Говорит, что тема с фитиновой кислотой раздута. Ты насколько глубоко эту тему изучал? Я глубоко. И она ни хрена не раздута. Это имеет место быть. И этому свидетельствует и статистика, и собственные ощущения, и да вообще все. Вот такие вот дела. Поэтому прочитайте эти две книжки, поищите там статейку. Можете прямо в Телеграм зайти и там в поисковике написать фитиновая кислота. И, скорее всего, вы сразу наткнетесь на этот пост. Вот. Поэтому, ну, надеюсь, понятно, что у нас с гемоглобином может быть. Вот, кстати, да, я не узнавал, какая концентрация в фокусе, надо глянуть. Кстати, да, вот что-то я тупанул, я заказал и особо не посмотрел. Сегодня гляну, какая концентрация, но я думаю, приличная. Просто сами по себе водоросли, они имеют, ну, очень высокий микроэлементный состав. Даже если ты просто загуглишь, гораздо больше. Потому что, ну, они, в принципе, находятся в океане, где куча этих минералов растворено. И они все это всасывают. То есть водоросли с точки зрения насыщения организма нутриентами. Почему вот рыба, опять же, так богата минералами? Если ты ее, конечно, ешь сырую. Потому что она питается водорослями. Но, опять же, сырая рыба, я на прошлой трансляции это затрагивал. Да, чем это чревато? Вот, если все-таки хотите есть, то там надо очень сильно заморачиваться с заморозкой. Ну, опять же, Фролов рекомендует 10-15 банок. Вот я не знаю, надо глянуть, какой там состав. Может, я сейчас прям посмотрю. Я не знаю, будет ли тут вообще указан микроэлементный состав у него на сайте. Тут, по-моему, просто написано, содержит то-то, то-то, йод 800-1200 микрограмм, а про остальные микроэлементы вообще ничего не сказано. Не вижу состава остального микроэлементов. Короче, надо побольше это поизучать. Ну еще как себя можно, опять же, заправить микроэлементами? Купить те же БАДы. Да, только обязательно микроэлементы должны быть в хелатной форме. Вот и все. На том же Эхербе найти. Хелатные — это значит приклеенные к какой-нибудь аминокислоте. Такие гораздо эффективнее усваиваются. Они являются как раз органическими. Да, я, конечно, сохраню эфирчик и размещу на Ютубе. Почему печень накапливает B12? Она много... Она все накапливает. Она и микроэлементы накапливает, и, в принципе, другие всякие витамины. Вот. Ну, типа, сложно сказать. Видишь, витамины не только в печени накапливаются, но и в тканях. Просто в печени гораздо больше. Вот тот же витамин D, его довольно много в тканях рыбы. Но в печени многократно выше. Поэтому-то все и говорят, что печень полезна, и что вот тот же дефицит B12, люди начинают потом жрать печень, там, говяжью и так далее. Это, конечно, не очень хорошо, но это действительно работает при дефиците витамина B12. Потому что он, по сути, устойчив к термообработке, там, по-моему, только 180 градусов его разрушает, либо 160. То есть, грубо говоря, запекание при 120 как бы ему ничего не сделает. Но другой вопрос, усвоится ли он через желудочно-кишечный тракт? Ведь нужны бактерии, которые, опять же, этот белок расщепят. Плюс с кишечником должно быть все нормально, чтобы это все всосалось. Поэтому даже у людей на традиционном питании наблюдается дефицит витамина B12. Короче, спрей я имел в виду, да, любой. То есть любой на Эхербе напиши спрей, просто только шпыкалка. Ты шпыкаешь и просто под языком потом слюну с этим спреем как бы держишь, чтобы он у тебя через кровь попадал.
Например, если ты даже соль просто во рту подержишь, тебе станет плохо. Ну, если у тебя чистый организм. Даже если ты проглатывать не будешь, просто с соленой воды в рот наберешь, ты почувствуешь тупняк, потому что твоя кровь становится гуще, твой организм обезвоживается просто от того, что ты держишь соль во рту. Вот. Поэтому, то есть у нас здесь из-за того, что под языком очень много сосудов кровяных, которые, если какую-то фигню туда положить, это очень интенсивно распространяется по всему организму. Вот такие дела. Так, у нас сейчас через 5 минут опять эта трансляция прервется, и, я думаю, стоит заканчивать. Да, можно брать в таблетках, это гораздо удобнее будет рассасывать под языком. Либо, говорю, если прям сильно-сильно у вас дефицит B12, можете поставить себе прям уколы. То есть это тут же попадет в кровь, они не болючие, я вот сам себе как раз проставил не так давно, и по ощущениям разница есть. Действительно, был дефицит, я стал намного спокойнее, если честно, мне это даже не нравится, мне гораздо так больше нравится, когда я, ну, был таким более эмоциональным, сейчас вот как-то все такое спокойное, все так отстраненно воспринимаешь, то есть, с одной стороны, вроде бы неплохо, это показатель того, что, ну, действительно, да, был дефицит B12, сейчас он снизился, но все-таки я люблю сильно эмоционировать, я люблю, когда у меня взвинченный эмоциональный фон. Тогда и голова лучше работает и так далее. Не стоит быть, вот запомните эту основную мысль, не стоит быть фанатичным фруктоедом. Поймите, если бы вы, вот Кутны, прочие долбодятелы, они вот как вот словно как в религии, вот в этом плане я Мартынова понимаю, они педалируют, что типа, если ты, типа, что-то кроме фруктов ешь, да, там, я не знаю, капусту. Вот ты, допустим, ешь фрукты, но еще и капусту подъедаешь, то все, ебать, ты не фруктоед, ты типа там хер знает кто. То есть педалируют вот эту тематику. Ребята, это глупо, еще раз объясняю. Нынешние промышленные фрукты, это вообще не чита тем фруктам, как если бы вы, допустим, у вас был бы свой огород на качественной почве, на биогумусе, где бы вы каждую осень собирали древесные листья, а потом бы вот так вот раскидывали на своем огороде, у вас бы там куча червей было, которые бы все это перерабатывали. Такая бы почва была богатой. И эти фрукты были бы охерительные. Но вы покупаете с агрохолдингов. Вы покупаете то, что вообще выращивалось не на почве. Есть гидропоника. Просто на воде. Да, туда добавляют определенные микроэлементы, но только те, которые необходимы для роста растений. А те микроэлементы, которые побочным этим явлением являются, их там нет. Но они нужны вам. Да, я потом также скину в чатик статейку про Финляндию, где на законодательном уровне в обязалочку селен каждый фермер обязан добавлять. А раньше не делали, потому что растению оно нахер не надо, но оно нам надо. И при дефиците селена будут проблемы, ребят, я вас уверяю. Вот такие дела. Смотри, форма метилкобаламин это самое, что ни на есть настоящая органика в уколах. У тебя в этой же форме он в печени хранится. Если ты берешь любую другую форму, есть еще гидроксокобаламин, есть аденозилкобаламин, они тоже неплохие. Но есть синтетическая форма, цианокобаламин, очень дешевая. Вот эта параша, которая вообще никакого эффекта не даст. Ее нельзя ни в коем случае. Самое хорошее, это вот метилкобаламин, либо аденозилкобаламин. Это просто... Либо гидроксикобаламин. То есть, ну, это, говорю, вот самое хорошее метил. Все, про остальные забейте. Так, ну все, у нас осталась минутка, так что завершаем. Вот, надеюсь, много полезненького извлекли. Если кто-то где-то там опоздал, я на ютубчик залью это либо сегодня, либо завтра. И там уже посмотрите. Вообще, как вам такой формат по 3 часа? Потому что я не устаю на самом деле. То есть, я могу сейчас пиздеть хоть еще 4 и 5 часов. Но просто если у меня сейчас эфир затянется на 5 часов, вряд ли потом на Ютубе кто-то это станет смотреть. Вот. Поэтому-то мы, собственно, и завершаем. Не потому что я устал, а потому что... лучше в личку мне напиши. Я могу забыть в описании все это писать. Лучше в личку напиши, и я тебе скину название. Такой укол нужен. Я тебе даже ссылочку скину, где можно приобрести. Ничего я с этого не имею, просто я, ну, сам там же брал. Вот. И, как я считаю, он рабочий, действительно действует, действительно восполняет дефицит. Даже по ощущениям. То есть... На здоровье. Вот. Не будьте фанатичными фруктоедами. Смысл адекватного питания в том, чтобы быть здоровым. Если вы на этапе перехода не взрастили видовуху, будут проблемы, значит, надо откатываться к сыроедению, добавлять растительный белок, какие-то жиры и так далее. То есть
смысл в качественном здоровье. И вот сейчас я даже смотрю на того же Мартынова, который там начал подъедать всякую парашу. Но если он действительно себя чувствует лучше от этого, ну, я ничего в этом плохого не вижу. С другой стороны, что через годик-другой он как-нибудь придет к врачу, а ему скажут, что у вас злокачественная опухоль. И вам осталось 2 месяца завершать свои дела.